смердников. И то, и другое в зелень. Зеленых здесь есть, в принципе, шорт в чащу. Не такая же плохая вещь. Либо медиум чаще, но медиум чаще это такой себе. Так, давай в шорты пойдем. Обязательно с смертниками, обязательно с лутом, обязательно с большим. Ну, ладно, я надеюсь, что с большим. Погнали. А, да. Спасибо, Хеген. Здравствуй, Ней. Спасибо тебе тоже. Да и что ты думал, я успею за перерыв? А там такие здоровые куски пиццы, что как-то даже не успел. Мне показалось, или звук микрофона изменился, только у меня новые наушники с микрофоном, потому что старые сломались. Блин! Ну блин, ну сразу стенка, но я оперный театр, ну кто так делает? Кто так строит? Кто так строит? Ладно, по крайней мере, я с самого начала не поставил себе темноту, да, поэтому крыши у меня, ребят, не очень сильно поехали, и это радует. Вот сейчас уже будем посмотреть, да, насколько ребята крышами будут ехать. Он заперт, ой, да ладно. Оу, неплохо. Крестук, шанс оглушения. Но если креста через стан ставить, в принципе, неплохая вещь. 30% шанс оглушения — это приличная хрень. Ага, и они тут же есть захотели. Ну, учитывая, что я всего, блин, в два коридора прошел, это очень странные смертники, если они так часто захотят есть. Ну, да ладно. На то, блин, они и смертники. О, здрасте. Ой, здрасте. Так, то, что они сдвинулись, это, в принципе, хреновато. Просто потому что, да. Ням. Ну, давай стараться немного с ними. Так, БХ, четвертый удар. Есть, все. У этих чуваков больше не будет метки, как минимум точно. Поэтому они будут бить слепые. Насколько я помню, бьют они только первые две позиции. Поэтому тут, в принципе, пуфик. Их можно просто разрывать. Да, насколько я помню, по третьей позиции они бить вообще не могут. Так, да, пришей. Неплохо пришел. Ой. Ну да, 2 на 3. Ну, бывает, что поделать. Так, давай уже вперед двигаться. Да-да. И вот так вот сдвинемся. Во. Так более-менее еще получается. Я, кстати, не помню, у меня самобичеватель нулевого или какого-то левела. Если он какого-то, то его надо скиллы менять. Он второго, да, мне надо ему скиллы будет поменять, что-то я тупанул. То самобичеватель без скиллов как-то такой себе на самом деле. Так. И еще надо будет сейчас махнуть местами, то есть у меня антикварка должна быть на четвертой позиции, потому что она может ножом бить четвертый. А вот пришиватель с четвертой бить не может. Поэтому антикварки на четвертой позиции, в принципе, ок. Один. Вау! Вяу! Вот это хил, прям. Мега хил. Здорово, Титаныч. Всем воображаемым тортом в мониторе. Я тебя поздравляю с днем варенья тогда, Китан. Удачи тебе во всем подряд. Дноворенный Македон. С дном. Вова. Так не забудь потом, блин, после торта монитор вытереть. Торта, торта, неважно. После сладости. Пам-пам-пам. Now it must be carried home. Дуэх. Блин, наслушался эпику, у меня теперь в голове эпика крутится. Такая классная музыка, блин, она меня так радует. А, я скиллы поменял, да? Ага, угу. Кто молодец? Шикерон молодец, да. Скиллы-то поменял, да. Текс. Окей. Неплохо. Ну, кстати, блин, плюс 20% урона, а, и 3% крита, это не так уж и плохо, его можно на лоха подержать.
Так, вот это, вот это. У пришивателя вот это. У БХ. Ну вот это. Здесь ничего менять нельзя, потому что антикварка первого уровня. Ну ладно. Антикварка в этом походе нужна исключительно для того, чтобы лутать побольше. Вот и все. По 500, вот это побольше, по 1250 побольше. Нормально. Самое главное, побольше. Нужно больше, больше. Неплохо. Неплохо. Бдыньк. Самохил все-таки понадобится. Воу. Неплохо. Жрать они, конечно, любят, но, блин, отрабатывают по полной программе. Здорово еще раз, Свегман. Да, это смертники. Выкидывай, закидывай хиги с остатками. Клеров, зачем ты его остатками закидываешь? Целыми закидывай. Чё ты прям не как дном-ном-ном-ном-ном варенье. Собирает торс-монитор. Блин, я бы тоже хотел вот так вот взять и собрать торс-монитора. Внезапная еда, причем сразу 8 штук. Неплохо. Вот теперь можете жрать, да. Теперь можете такие. О, мы голодные. Здорово, Синдарин. Да, мать твою, перемать твою. Чё же вы тасуетесь-то постоянно, ё. Нормально вроде общались, они такие отёп, отёп, отёп постоянно. Тут нет, кровотёк надо на первые две накладывать. Они жирные, шо пипец, им кровотечение самое оно. Зараза, то, что это хорошо. Хорошо, что не метку. Вот, что хорошо. Потому что удар вслепую, они, блин, слабенькие. А вот разрыв метки было бы очень больно. Так, давай сюда теперь. И на. Так, пришей антикварячица, еще одну антикварячицу. Спасибо. Неплохо. Так, тебе немного ХП нанести. Этот сдохнет. Сюда иди. Ах ты падла. Сопротивление перемещения 25% всего. Это жопа не пошел вперед. Фыр, вообще. Да, я согласен, Синдарин. Звучит реально как мат. Ну, в принципе, это по-задорновски. Поэтому нормально. Нормально. Пойдет еще. Этого кидон кинул им по тортику уже. Да я понимаю, я говорю, я бы не против, блин, собрать с монитора. Но у меня на мониторе только, блин, страдания, унижение. Да. Хотя, надо признать, в холодильнике тортик-то у меня есть, на самом-то деле. Вот, поэтому с Вакедоныча я могу торта сожрать. Вот. Надо будет сегодня сожрать торта за Вакедона. My God, is that amazing? Спасибо за фоллоу. Бывает. Я не понял, от чего он уклонился, потому что потом было написано уклонение. Ну да ладно. В принципе, у меня уже весь инвентарь заполнен. Причем только лутом. Ну разве что факел лишний, да? Ну и 8 еды такой себе. Вот. А так, в принципе, неплохо сходили уже. Спасибо смертникам за это. Покушали даже неплохо. Так, больше жратвы, богу жратвы. Присмотри, легко заразиться. Ой, да ладно, подумаешь, болезнь. Такс, подожди. Смертники молодцы, смертники прошли этот проход полностью, но... У меня же здесь где-нибудь еще вот лут остался. Да. Да. Ты там наделяет героя силой, неугомонный. Здесь у нас... О! Йога-тролка. Я же говорю, что наверняка хоть что-нибудь где-нибудь да осталось. Неплохо. Так, ты сопротивляешься всему. Ты минус.
3 минус. Я очень надеюсь, что вот он сейчас не будет использоваться Лизе. И нет, не будет. Такс. И, собственно, Йоктролка. Ей! Такс. Вместо факела, вместо еды. Найс. Хороший поход с смертниками, очень даже. Мне даже понравился. И ресы, и деньги, и вообще... Блин, денег на самом деле прилично. 16 тысяч. За шорты. 16 тысяч. Очень неплохо заработали. Время золота не потрачено впустую, бы сегодня медики объявили об успешном создании эффективного антидота. Лечебное отделение бесплатно. Ага. Ага. Только лечение болезней всяких бесплатно, к сожалению. Ну да ладно. Так, с Фениксу тоже более-менее лечим. Если у меня еще больные... Не, больных вроде больше нет. Окей. Так, теперь реверсеру куда-нибудь туда. Шварц, иди играй. Реверсер... Подожди. ГГ, блин. Нельзя ходить в бордель и в городе снимает стресс только в борделе. Нельзя ходить в бордель, но только бордель. Да, такое иногда попадает. Я крайне редко такую херню встречал, но иногда встречал. Да. Не, не так. Да. Так. Сделайте реверсера жестким, 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 жестким. Жесткий, жесткий реверсер. Из инвентаря хватает за уши. Что-то начался. Господи, Нейт, извращенка, честное слово. Да, Синдарин, вот мне всегда тоже это обычай дергания за уши всегда устрашал. И чем дальше в лес, тем, блин, толще партизаны. Текс. Да, посмотрим, что у меня здесь теперь есть. В принципе, у меня смертники могут даже еще разочек сходить. Ну, по крайней мере, один из них точно, потому что если у меня не будет антикварки, то все член. Вот. Поэтому антикварка как бы нужна. Да? Есть у меня здесь антикварка? А, не, слушай, у меня здесь еще одна антикварка есть. Окей, пошел отсюда. Мы берем себе антикварку. Мы берем себе пришивателя на урон в HP. Такс. Ну, допустим, дикарка. Ну и, допустим, грейвробер. В принципе, это неплохо. И... Вот это тоже неплохо. Слушай, нотбэт реально. Все атакующие способности у меня грейвроберша может со второй позиции применять. Классно. Такс. Лонг. Нет, лонг это слишком не очень. Есть шорты, в принципе. А что у нас по красной есть? 10 меткости, 10 защиты. Кинул в Акидона святую воду, минус 5 стресса. Я боюсь, что если в Акидона попадет флакон со святой водой, то стресса должно только прибавиться. Нифиг флаконами кидаться во все подряд. Спокойные воды. Можно, в принципе, сходить в бухту, задействовать спокойные воды. Да, и после этого сходить в бухту на что-нибудь более суровое. Ха. Было бы забавно. Текс. Дрю, Катька, Зенди и Санбек. Они у меня, по идее, в бухту нормально пойдут. Ирагон кричит, чтобы его взяли в следующую экспедицию. Странный Ирагон такой. Да, кстати, мне Ирагон с Висталкой должны этими местами поменяться. Пока я не забыл, надо сделать вот так.
Висталка должна быть на первой позиции там пока что. Так, окей, на сейчас идет моя основная пачка. Основно пачка. Так, 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 так. Дикарка. Значит, тебе надо рукопашные навыки, конечно же. И... Го-го. Фанатик-то мне не встретится, а вот комары вполне себе могут. Да я дам еще берсерка. Берсерка, неважно. Навайте я как раз дам скорость против кровососов. И... Мяу, давай скорость еще и уклонение. На ВДшку шанс отравить и больше урона смели. А на хила, как обычно, хил и хил. Бат, скорость 0. Бат, бывает. Да. Агидно. Так, я не забыл про shift. Да. Вот, shift. Значит, мы идем в средние. Это 8, 8, 12, 8. Мы идем в бухту, поэтому это 4 лопаты. 3... Ну ладно, давай 4 травы и пару ключей. Вот. Как-то так. Пойдем посмотрим. Извращенцы. Извращенизм. Вакедон, ты как минимум странный. Ну или нелогичный, да. Нелогичность уже пошла, походу. Да, Свегман, я согласен. Господи, вот не надо... Слушай, я и так в ДД играю. Не надо в ДД еще и в чатике играть. Это вообще полный бред будет сейчас. Мне и так вон ДДшки хватает, спасибо. Furious is the trap maker's art. His efficacy unwitnessed by his own eyes. Первая комната, первая же клеточка, первая же трапа, которая дает минус скорость и минус уклонение. Круто. Круто. Такс. Я надеюсь, да, факел все еще нормальный. Хотя я, блин, здесь от факела не завишу на самом деле. То есть... у меня нет ни одной тринки, которая зависела бы от факелов, поэтому так-то пофиг. Единственное, что будет у сейчас у Дрю плюс 25% урона стресса. Вот это будет, может быть, даже хреново. Ага. У меня голод. Вот один, одна клеточка нахрен перехода. И именно в этой клеточке голод. Да. Так, ну давай смотреть. Мне надо сделать так, чтобы они не атаковали моих задних ребят. Отлично. Потому что два задних окуня могут атаковать только два задних ряда. Первые два окуня могут атаковать только первые два ряда. Вот, такая перка. Причем задние два ряда, они могут как бы вперед притаскивать моих ребят. Что мне, естественно, тоже не очень нравится. Так, скилл. Ну и в принципе нормально. У этих теперь минус скорость. Я должен ходить, ждать первый. Так, два урона будет? Будет, найс. Минус окунь. Отлично. Так, теперь можно и первочков убивать. Неплохо. А если еще и стан кинуть? Вовремя. Да. Ну ладно, неважно. Скорость 0 все-таки, да. Скорость 0 дает о себе знать. Ну, по крайней мере, хила дофига. Несмотря на скорость 0. 13 урона кровотек. Здорово. Неважно, конечно, но здорово. Так, сюда я вернусь. О, скаут, найс. Место задания одно будет. Слава яйцам. Хоть чуть-чуть местно на освободиться. Еще карта, еще один бой. Значит, туда налево мне идти вообще не надо. Угу. И дальше меня ждут исключительно диковинки. Такс. Место задания. Отлично. Сейчас у меня будет бой. Кровососы! Ой-ё. Как неприятно-то, ё-моё. Такс. Варк.
На средних не прокнуло, к сожалению. Так, давай травить. Травы, бобров по всей земле. Так, вот этого комарика. Так. И вот этого комарика. Ладно. Да, неприятно кровососов встречать. Даже несмотря на то, что заражение низкое, они будут встречаться типа не так часто, но, к сожалению, будут. Неприятненько. И тут же багряное проклятие. Да. Первый же удар первого кровососа в первом же данже — багряное проклятие. Я почему-то к этому начинаю привыкать. Странно это. Здорово, Тума. Сейчас придет коллекционер, покажет свои подарки. Да, изи вообще. Здесь, понимаешь, там пачка, когда у меня в прошлый раз была на красного коллекционера, она не была рассчитана на коллекционера. То есть, эта пачка не может его убить, даже, ну, физически. Сила слабая. Эта пачка у меня коллекционера завалить может, причем достаточно легко. Поэтому здесь-то пофигу. Пускай приходит, я вообще не против. Formation is broken. Так, здрасте. О, дотер. Окей, еще и Мэдмен. Блин. С Мэдменом будет немножко посложнее. Так. Хорошим бы дотера порвать, но нет, сначала мне надо Мэдмена убить. Блин, один урона. Так, хотя, вот так вот, найс, минус. Ох, удар прилива, это у нас стан плюс отбрасывание, неплохо. Угу. Не, назад-то я смогу вернуться, в этом проблем нет, поэтому, все. Так, теперь, я не могу третью позицию бить, только воитель может третью позицию бить, вот. Бдынь, найс. Все, остался только дотер. Причем дотера нельзя фактически застанить. И это, к сожалению. А вот его артериальный щипок — это очень неприятная вещь. Вот типа того, да. Сопротивление. Хорош. Неплохо. Он кровотечение просто наносит дикое количество. Просто дикое. Такая жопа вообще. На. Ну и у него защита 50%, да, тоже неприятная вещь. Так, теперь ВДшку. В ВДшке пофигу вообще. Ну, типа вот, 8 на 5. 8, Карл. Ну реально дохера. Ну вот, ну просто дохера, ну. Ну, очень много урона. У него. У меня мало. Так, и мне надо, собственно, хилиться, да. Хорошо, как, блин, я не знаю, хочется уже чуть ли не в каждой пачке, чтобы ВДшка была. Очень приятно вот так вот кровотечение и отравление лечить. Фуфк. Я не знаю, почему он фуфк говорит, но фуфк. Так, 4. Найс, все, дотер сокрушен. Это радует. Prodigious size alone does not dissuade the sharpened blade. Шут плюс 3% крита. В принципе, неплохо на самом деле на шута. Давай. Давай я возьму 3% крита. У меня шут один есть, поэтому нормально. Странное присутствие возле статуи. А, давай. Герой охватывает злая сила. А, печаль. Минус 20% урона, минус 27% владения на 3 раунда. А, пофигу вообще. Потому что мы сейчас идем обратно, и эти 3 раунда такие... Раз, давас, тарис. Все. А вот минус уклонение до привала, это, в принципе, тоже не особо поиграет роль. Просто потому что... И... Понял. Текс. Пождрали... У меня болезни вроде как нет. Ну, багряное проклятие, конечно, болезни. Но такое себе дело. Такс. Давай защиту от ночных нападений прежде всего. 8% криты надо набафать. 10 уклонений и криту всем. Вот. Это полезная вещь.
Ну и себе сопротивление болезни, например. Окей, нам. Фуфк, Синдарин, фуфк. Он самый. Так, ать. Три противоядия, не знаю, нахрена мне так много, но вот три противоядия у меня было, от которых я благополучно избавился. Мне побыстрее встречать еще места заданий. Так, коралл. Ребят, что мне на коралл надо, чтобы избавляться от вот этой фигни? Я забыл банально. Я просто реально забыл, что мне надо на коралл. Траву? Угу. Вот, санбеку надо. Что-то с этим кораллом не так. Я не помню, то ли факел, то ли лопату, то ли траву. Что-то кораллу надо было. Опять начало еще все под багрянкой буду. Да, это нормально, свой, господи. Первый раз. Че, никто не помнит? Блин, хреново. Я просто не помню, если его лопатой хреначить, возможно, у тебя 100% стресса тут же будет. Вот, поэтому я не знаю, может, травой попробовать сначала. О! Вот, да, трава, найс. Фух. Травка, спасибо, Эрнекс. Трава, спасибо, Селена. Да, я допер. Да. Логически допер. Логически допирание прошло успешно, поэтому у меня вылечена клаустрофобия теперь. Это очень сильно радует. Еще один факел, окей, не вопрос. С факелами пока на удивление все вообще зашибись. Так, скаут есть, найс. Мне бы побыстрее к месту задания какому-нибудь. Так, вот место задания, там будет бой просто так. Так. О! Блин, а мне места нету. Я сюда еще вернусь обязательно, потому что мне эта рыбка очень сильно нужна. Рыбка вкусная, в рыбке лута много. Так, кровотечение. Кровотечение слабовато накладывается на самом деле. Блин, хотелось бы больше кровати. Травил травой кораллы и горжусь. Обидно, что ли? Так, хилимся. Хилимся, живем, все нормально. Так, фуфк. Вот, другое дело. Фуфк, другое дело. Почти минимальный урон, но все равно пропнул. Тюкс. Чё-то на шута даже пока ради гербов забивать не очень хочется, поэтому я пока себе дринку на шутовскую оставлю. Так, с места задания... А, тут бой за место задания. Это, блин, другое дело. Так, фуфк не сработал, обидно. Ладно, я их травану, в принципе, они оба два подыхать будут, это не вопрос. Так, а вот теперь что сделать, что сделать, что сделать. Мне еще первое место убивать надо обязательно. Неплохо, Кач, неплохо. Первое место надо было обязательно убивать, иначе получишь захват сначала, и это, в принципе, нормально. А потом отмщение, и он так алах-бабахается, что просто забей нахрен. И мне этот алах-бабах совсем не нравится. Так, сюда. Отлично. Этот самосдохнет. Остается только морской защитник. Да, давай просто так его бить. Руками, так сказать. Сейчас будет кровотек. Мне так нужен кровотек. Ну, в смысле, на врагов. Мне не нужен, нет. Я без него обойдусь полностью. Ничего-то, кстати, урону даже вносит. По 75% защиты-то, блин. Один. Ну ладно, один это да. Это... Но все равно урон вносит, в принципе, ничего-то. Укладение отлично. Пудынь.
И бдынь. Хорош. Not bad. Так, вот эта тринечка куда более полезнее, чем, кстати говоря, даже тринька на шута. Давай мы сделаем так. В принципе, хотя у меня одна такая есть уже, а на шута ничего нет. Не. Такс. Есть второй, отлично. Так, скаут. Бой, диковинка. Место задания последнее, хорош. Значит, можно будет после этого места задания спокойно себе возвращаться. Гуя, какого хера ты делаешь в бухте? Скажи мне, пожалуйста. Охреневший кусок гули. Какого черта она делает в бухте? М-да. Так, ты за два хода самосдохнешь. Давай гулю валить. А, не, надо было... Надо, блин, первое место было валить сначала. Да. Ауч. Я не знаю, что гуля в бухте делает. Это, блин, странно на самом деле. Да ладно. Улитка сама сдохнет на следующий ход. Улитку вообще не жалко. Минус 20 склонений, минус 3 скорости. Бывает. Ничего страшного. Так. Это тоже сдохнет. Отлично, осталось только гуля. Гули, 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 гули. Гули, 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 гули. Блин, чё ж ты минимальный урон-то постоянно наносишь, Фэр? Нужно больше урона. Неплохо. Всё, проси... Калькулейтед, да. Блин. 26,5% шанс крита. Но, блин, ну критуй ты. Господи, Дрю, я тебя не просто так бафал. My gosh, it's that amazing. Спасибо за фоллоу. Да. Купчи мне понадобится побольше, чем вот эти вот портреты. Бюсты. Бюсты? Бюсты. О! Ящик. Так, подожди, я к тебе еще вернусь. Тут, что тут? Здорово, Мазари. Так, последнее место задания. Найс. Сделано. Продолжим поход. Так, скаут будет... Пока не было никакой секретки, к сожалению, у меня. Да? Давай пока пойдем дальше. Я, в принципе, все еще могу. У меня и еда есть, и... Ауч. И дровы даже еще есть, хватает вполне. Хорошо. Сундучок на еще одну лопату. В принципе, тоже лут. Мне важен очень... Я туда не пойду просто так. Мне очень сильно важен скаут для того, чтобы найти секретку, если она здесь вообще есть. Так, ну давай лопата. Угу, ключ. Окей. Еще 2000 рубинов за счет рубинов. Это очень неплохо. Так, ну давай, допустим, дальше. Ну, допустим, еще одна лопата. Так. Отлично. 500, 500, 500. Давай вместо факелов. Я рад за тебя, думаю, что ты готов критовать. Я очень за тебя рад. У тебя новый микро, ты вернулся в ДД? Да, Музари, вернулся в ДД уже очень давно, а новый микро не так давно появился. Потому что у меня старый микрофон, к сожалению, сломался. Finding the stuff is only the first test. Dax. Now it must be carried home. Ну давай мы еды немножко потратим. Окей, на 750 за счет еды. Полезно будет. Ну и, собственно, я дойду до вот этой диковинки сейчас, и дальше я не пойду. Потому что дальше меня ничего не интересует. Главное, чтобы они жрать не захотели, пока я до этой диковинки иду. Не захотели. Отлично. То есть смотрим, ничего нет, все. Задание выполнено, ГГ. Весьма неплохо. Ну, может быть, я не критую, потому что я не очень... Может быть, Орешек, может быть. Так, 14400, в принципе, неплохо. У меня смертники больше в прошлый раз добыли, но все равно, в принципе, неплохо. Доработка брони, густо крови. Ну, тоже такое себе. В принципе, ок.
Средненький такой, походу, средненький такой. Но, вот, плюс 33% очков с решимости в бухте, и плюс урон в бухте. Так, окей, ну. Теперь я могу полечить, в принципе, где-то у меня, господи, реверсер. Вот, пей. Пей, бухай, да буди, да будай. Хорошее колечко, кстати говоря. Давай я колечко себе возьму. Такс. В принципе, одна фул пачка смертников у меня уже есть. Я висталку хочу второго уровня себе взять. На следующих смертников, на всякий случай. Висталка второго уровня — это прикольная вещь. Такс. Что у нас теперь будет? Среднее... О, еще один свиток, только на креста теперь. Шанс душевный подъем минус 20% урона стресса, плюс 12% сопротивления смертельному удару. Это к тому, чтобы у меня этот крыша ехал. Крест. Но в принципе на самом деле не такая же плохая вещь. Реально, блин, не такая же плохая вещь на самом деле. Либо пойти вот сюда вот в среднее и дать Мсакусу, Македону, Рагону и Свигману второй левел побыстрее. Я прям, блин, даже не знаю. Я, кстати, здесь потерял Неи. Помните об этом, да? Поэтому я не знаю, то ли в две висталки мне идти. Эта висталка просто так, она просто третьего левела, а я ее даже не называл еще. Мне бы кого-нибудь третьего левела к ним, такого типа крутого. Желательно третьего. Можно в пати гид, нельзя. Ну, в смысле, если ты правильно напишешь первый то, что надо, тогда да, так, да, конечно, можно. Просто так забивать место можно только моим сабам. У меня сабы могут забивать место на какой-то конкретный класс. Давай действительно больше урона сейчас дам скорее. А, больше урон, больше прокачки. Вот, моя двиглопатия. Так, на эту двиглопатию надо больше всего. Значит так. Что у нас есть? Давай так. Теперь я дам ручку, наверное, Свегману. Урон и критану, рукопашные навыки. Это полезно. Учитывая, что у Свегмана урон вообще, блин, нет. И можно Свегмана просто так еще давать урона. Не, минус меткость это не очень будет. За счет головы, что ли, дать ему? Да, Свегмана еще просто так 25. Хотя тут процентаж урона — это такая хрень. Плюс 25% урона, он дал мне один урона. Ну, то есть это... Такое себе... Так, ладно, давай тебе вот так вот урону меткость дадим тогда. Висталочку у меня, конечно, хил-хил. Здесь по-другому быть не может. Так, Эрагон, Грейвробер, тебе уклонение меткость и... Я даже не знаю, давай еще больше урона дадим, конечно же. Такс. А вот что Мсакусу давать? Мсакусу я дам Берсерка. Да. Так, и ты у меня не всегда будешь на первой позиции, поэтому перчатки тебе давать нельзя. А, скорость против кровососов дать? Можно, в принципе. Либо дать еще плюс скорость и плюс уклонение просто так. Скорее. Потому что почему бы и нет. Так, Сакина, значит, мы идем в среднее, да? Это у нас 8, 8, 12, 8. Это, ну, 4 травы, ну, 4 лопаты, ну, пара ключей. Все. Пойдем. В смысле, подсказку или что еще? Гид, ты просто жди, смотри стримы. Можешь пересмотреть записи, чтобы понять, как это происходит.
Такую триньку очень хорошо брать темнейшее. Я так прошла первое подземелье, когда все были с душевным подъемом. О, прикольно, слушай. Неплохо, в принципе, неплохо. Тоже идея себе, на самом деле. Согласен. У меня сражение в комнатах 100% здесь. К сожалению, мне придется... Ну, то есть, если у меня скаута нет, а у меня его, к сожалению, нет, мне придется впрямую проверять абсолютно все комнаты сначала. Не очень удобно, но вот, допустим, вот эту комнату, если бы я упустил с самого начала, да, было бы, ну, пипец как неприятно. Ну, просто пипец как неприятно. Так, сюда. Так, сюда. Отлично. Так, толстяк меня больше не побеспокоит, это радует. Кровотек, кровотек должен лечь. Да, хорош. Собственно, все. Минус 2 в первом раунде, уже очень полезно. Просто потому, что у меня плюс 15% урона еще идет. Это неплохо. Ракушечный барьер, херовато. Кому-то херовато. Хмык. Ну, давай долбить его киркой. Окей. Ну, давай бить его кровотеком. Окей. Кровотек ложится тоже очень удобно. Давайте я вам больше скорости дам. Свегман у меня на лютню очень любит играть. Прям лютик, всем лютикам лютик. Так, мне нужно больше хила. Нужно больше хила, я сказал. А, я лох, лол. Я, ребята, мог уже и скиллы, и броню поднять. Потому что они стали первыми левелами. Они у меня по-прежнему на нулевых сидят. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Да, здесь я согласен, здесь я реально лох. Я мог ребятам поднять и броню, и урон, и скиллы, но я лох, и вот так. Обидно, блин. Неприятно себя лохом чувствовать. Прыгай пати, да, Синдарин? Двигала пати, я бы сказал, да. Пэньк. Пэньк, я сказал. Это у нас движла пати. Дальше идем. Ага. Это даже не в комнатах уже сражение уже пошло. Окей. Такой фэр. Ах, возьми. Нет. Скорее просто так. Да. Так, с 8. Давай, грейвробер шумай. Добивай. В принципе, все, осталось только трупы, которые мешают. Но мне по третьей позиции мои ребята могут бить, в принципе, поэтому не вопрос вообще. Я, по-моему, даже киркой могу по третьей позиции бить. Я не уверен, но, по-моему, могу. Да, я могу киркой по третьей позиции бить. Но что нож, что кирка наносит одинаково урон. Но только ножик еще и критует на 5% больше. Точнее, должен критовать на 5%. Destroy them all. 2 светильника. Вау! Лут прям. Лут. Так, здесь никого нет. Скаут у меня по-прежнему нет. Окей. Ай, блин, опять бой не в этот дни в комнате. Любой бой не в комнате, это просто лишний дополнительный бой, который мне встречается. Поэтому это фэр. Так. Этого больше не будет. Это радует. Мне бы шокер убить, побы жопа. Да, вот мне бы шокер убить побыстрее. Здесь должна была быть эта фраза. Ну да ладно. Так, убей. Хорош. Урон 1-1. То есть я бы нанес в любом случае один урона. Но критули мне позволил урон в 2 нанести. Что весьма приятно. Так, уйди нафиг. Так, здрасте, однако. Ну, от Свегмана, в принципе, чуть-чуть урончика прибавили, плюс 15% урона и плюс от меня 15%, да? Ну, более-менее уже, Свегман хотя бы урон начал наносить.
Triumphant pride precipitates a dizzying fall. Вакедон, сам не похвалишь, никто не похвалит, да? Ай-яй-яй-яй-яй. Так, нет, Свагман, ты не будешь дебафом, я тебе точно говорю. Дебаф тут слишком жестокий и слишком надолго. О! Кровяки! Блин. Так, ну давай попробуем сразу вот так вот. Там. Так, минус комарик. Окей, на. 8. Надо попасть, хорош. Так, минус противные комары. Беспокоить они меня, по идее, больше не должны. Здесь у меня должно было быть уклонение, но куда подевалось, да. И в итоге на меня тут же легло багрёвое проклятие. Багряное проклятие. Короче, второй бой с кровососами, да, и первый же удар накладывает багряное проклятие. Второй раз нахрен подряд. Это немножко странновато, я бы сказал. Ну да ладно. Эх, с багряным проклятием будет неудобно. Просто потому, что придется еще кровяку таскать. Лишнее место в инвентаре занимает. Так, ну, хотя бы у меня скаут. Причем приличный скаут был, на самом деле. Хорошо. Так, травень. Отлично. А вот и кровяка. Окей. Отлично, кровяк у нас будет, здесь все зашибись, в принципе. Кстати говоря, образцово-показательная пати, потому что она не хочет жрать каждые нахрен два перехода. Они у меня уже сходили раз, два, три, четыре, пять переходов, и по-прежнему не захотели есть. Красавцы! Так, минус раз, окей. Ой, надо же этого первого бить, точно. Ай, 16, хорош! Вот это я понимаю, урон приличный. Так, хилим Свагмана. Я хоть и хотел Свагмана немного накернить за вчерашнее, но да ладно. Надо Свагмана все-таки хилить. Блин, опять ракушечный барьер. Ну ладно. Давай сделаем так, что у нас танк будет кровоточить. Кровотечь даже где-то. Так. Хорош. Так, блин. Хотя бы три. Автопояс. Единственный минус, да, у меня здесь нет ВДшки, поэтому лечить кровотечение и яд просто банально некому. Это минус. Так. Хотя бы три. Урон 3-5, урон 3-5. Урон постоянно в 3. Он хоть бы и сам умер, но у меня выбора нет. Мне надо было бить самому. Так, хил. Я истекаю кровью. Ой, да ладно тебе, Мсакас. Все нормально же. As victories mount, so too will resistance. Угу. Скаут еще дальше. Зашибись, скаут. И у меня остался, походу, только либо один бой здесь, либо два боя по комнатам тут. Во всех остальных комнатах боя нет, поэтому пуфик в HP. Такс. Это радует. Значит, жрять. Скаут мне больше не нужен. Скаут только что был весьма великолепный. Давай защиту от ночных нападений. Давай меткости криты еще. И у меня остается два. Случайные припасы. Подожди, у меня здесь никто не болеет, ну, помимо багряного проклятия. Нет. Окей, давай припас возьмем. Святая вода? Окей, не вопрос. Неплохо, в принципе. Свыгнул у костра, всем поиграл добрую музыку, все довольны, все счастливы, все. В офигенном состоянии. Что-то у меня это. Да. Так. Нет, мне гербы важнее сейчас, чем бюсты. Это факт. Окей, на. Так, куда я пойду?
Я пойду сначала вниз. А лута мне здесь надо, естественно, много. Да? Лута это хорошо, в любом случае. Поэтому я пойду сначала вниз. И внизу меня ждет еще два лута, поэтому я даже пойду на бой вниз. Только ради того, чтобы достать себе еще два лута. Здорово, кровосос. Да, не очень удобно, да, согласен. Но что тут уж что поделать. Минус 10% меткости. Ну, не... Блин. 30%... Не, стой. 40... 50% шанс наложить. Такое себе. Поэтому я пока потихонечку пойду вперед. Так, четвертая. Хорош. Так, еще раз третья. Хорош. Вот сейчас было два неплохо. Так, яд. Ах. Не, сопротивление, нормально. И снова на висталку, только теперь кровотеком. И багряным проклятием. Окей. За этот данж уже двое заразились багряным проклятием у меня. Неплохо. Скоро это будет... Так, подожди. А этой же пачке хорошо, когда она заражается багряным проклятием. Она же двигающаяся. Она против этого... Ублюдка, как ее? Против фанатика самое оно пойдет. Блин, ну тогда вопросов вообще нет. Пускай заражаются. Ребята, всем проклятья багряного. Я вообще не против нифига. Двигло пати на фанатика Самэно. Единственное, что мне надо, чтобы Мусакас и Шут обязательно заразились багряным проклятием. А не только вот я. Remind yourself that overconfidence is a slow and insidious killer. Текс. Здесь у нас боев нифига нет. А вот здесь вот есть два лута. О, коралл. Неотходчивость, заедание стресса. Страх людей, клаустрофобия, странные вкусы, слабые удары, неточная стрельба. Богобоязненность, боясь чаще. Сильная жажда алкоголя и загнанность. Наверное, сюда сначала. Минус заедание стресса, отлично. Святая вода? Нет. Факел? Нет. Я так понимаю, что противоядие на самом деле. Да, наверное, противоядие надо сюда. У меня есть еще трава, лопата и ключ, но я очень не хочу тратить траву, лопату и ключ на эту фигню. Поэтому окей, но мы идем дальше. Ой. Ну ладно. Неплохо, Свегман, неплохо. Сопротивление всему до привала. Очень неплохо, Свегман. Почему у тебя сильная жажда алкоголя заставляет лезть в лужу? Скажи мне, пожалуйста, Свегман. Лужа не алкоголь. Алкоголь не лужа. Свегмен, ты странный. Ты, блин, Свегмен, очень странный. Ладно. Противоядие. Ну, я так понял, что противоядие, да. Ну, в принципе, когда просто так руками потрогать, тоже неплохо получается. О, еще один коралл, да ладно. Вау. Так, ну давай попробуем свегму алкоголизм излечить. Нет, у Свегмана загнанность излечилась. Ну ладно. Свегман, ты хронический алкоголик, я тебе так скажу. Даже когда есть шанс излечить тебе алкоголизм, ты не хочешь, чтобы его излечивали. И да, у меня все-таки будет два боя в последующих комнатах. Ну, это ничего страшного. Можно еще походить, если что. Еда еще есть, конечно же. Поэтому с этим все зашибись. Вот, пожалуйста. Заметьте, они... Вот, за весь этот долбанный данж... Они первый раз захотели есть. Или второй. Нет, первый. Первый реально. Образцовые нахрен пачки. Пачки. Пачка. Очень хорошая пачка. Прям. Гордиться можно. Единственное, что ребята по урону немного проседают. Но, в принципе, с остальным все нормально. Так, с первое место бить, конечно же. Ты четвертое место бить. Хорош. На бафы больше не будет у них.
получающий захват. Уклонение неплохо. Самое главное, чтобы болезнь никакая не легла. Лечить от болезни просто банально лень. Рассольчик на Свегмина. Сопротивление. Хорошо, молодец. Текс, теперь киркой сюда. Это первое, что надо сделать в любом случае. Дальше ножом в этого. Урон 2. Так, у него 1 хп остался. Надо его добивать, да. Вот, теперь остается только окушок. В принципе, неплохо. Неплохо. Так, секунду, ребят. Стоп, я все щупаю, может лучше не надо? Да не, Свегман, нормально, вполне. Тебе можно, скажем так. Так. Давай сюда пока. Так, впереди меня ждет еще одна диковинка, а потом вот тут диковинка. И после этого я выйду, собственно, из данжа. То есть я скипаю всего одну диковинку, которая вот тут была, и все. Все остальные диковинки я уже видел. Что, в принципе, очень даже ог. Здрасте! О, людишки, отлично. Я забыл пати местами поменять. Ай-яй-яй. Фак. Ладно, бывает, ничего страшного. Все, ничего особо сильно не поменялось, но просто бывает. Дать Ирагону, что ли, попить кровушки. А то что-то Ирагону совсем печально стало. Тяга крови есть, а крови как бы нет. Ах, опять ракушечный барьер. Падла. Падла, вата. Такс. Бей кровяку. Больше урона, богу урона. Урон 3-6. В принципе, 9. Not bad. Очень полезный урончик, спасибочки. Так, и вот у меня шут теперь сам на первое место вышел. Правда, у меня плюс 40%, по-моему, всего к финалу. То есть, маловато банально. Нужно больше к финалу процентов. Так, добьешь урон 1-3. 2. Почти, почти. Выкидон, ты был близок. Ты был таки в натуре близок. Ну да ладно. Так. Оп! Ха-ха! Ирагон взял, короче, крышу себе вынчал. Ну, просто потому что почему бы и нет. Неплохо, в принципе, неплохо. В финале! Вакедону аж хлопают. Хлоп-хлоп. Такс. Давай вместо еды. Это хоть какая-то голда, поэтому вместо еды она пойдет. А мне осталось пройти всего одну вот эту руму, чтобы не проголодаться. Не проголодались. Хорошо. И, в принципе, все. Молодцы. Хороший проход ребят, которых я забыл прокачать. 8728 щитов. Хорош. И они стали уже вторыми левелами. А Свегман получил ненависть к мистике, но ночную слепоту. Ночная слепота вообще ничем не грозит, а ненависть к мистике это хорошо. Ненависть к мистике это, собственно, финальный данж. Darkest Dungeon. Так, теперь не забыть. Давай так. Идем сюда. А, значит, тебе вот это, вот это, вот это, вот это. Так, Свакедоныч. Вот это, вот это, вот это, вот это. Минус 25% урона, минус 9 меткости, блин. Выкидон вполне себе хорош и на второй позиции, честно говоря. Так, Эрагон. Неплохо. Так, сюда, сюда, сюда. И Свегмен. Не-не-не-не-не-не-не-не, Свегмен. Так, и баф. И вот отфигурина. Да. Плюс 7 скорости и минус 14 меткости, но теперь на 110% база. Уже приятно. Уже прилично, уже полезно. 4 скорости, 7 меткости, 4% крита. Отлично. Весьма неплохая пачка выходит так-то.
там копье на него плюхнулось от финала. Ну, как бы, это же в финале, понимаешь? Ну, как бы, он шут, он представляет свою смерть. И все такие хлоп-хлоп-хлоп-хлоп-хлоп-хлоп-хлоп. И вот. Такс, мне можно... Давай разбойника на вторую позицию поставим в плане милишника. Смертником. Persistent. Мне вот интересно, а если... В принципе, в двиглопати может пойти даже разбойник, честно говоря. Разбойник в двиглопати смотрится весьма себе неплохо. Он у меня, конечно, пока смертником будет, но по сути в двиглопати разбойник смотрится очень неплохо. Так, получаем лечение антикварки. Тут все фигня. Окей, да? Текс. Ать-оп. Хорошо, куда мы идем дальше? Ради шариков антикварных. Такой себе. Так, а у меня ребята хотят сходить на Хагу? А, у меня нет третьего левела никакого. Так, подожди, а у меня здесь третий левел не появился случайно? Нет, у меня здесь второй левел максимум. Окей, на, наверное. Неплохо. Но на подводную команду надо очень много урона. У меня вот эти ребята на подводную команду не пойдут. Там реально урон решает. Скорее на подводную команду двиглопати моя пойдет со временем. А, да, я, кстати, забыл в кузнях еще прокачать. Точно. Здорово, Дример. Два разбойника или даже три. Это ГГ из-за своего неприцельного выстрела. А, моторон плюс 50%. Но он не критом, он чистым уроном тогда бьет, да? То есть у тебя вот здесь вот парирование, потом неприцельный выстрел, снова парирование, снова неприцельно, снова парирование, снова неприцельно. Забавно. Но этот неприцельный выстрел действует только на первую позицию, блин. Хотя боевой натиск вот это действует на все три. О, на все четыре позиции даже. А, неплохо, слушай. Заманчиво, заманчиво. Может быть, ко мне даже разбойник вернется. Я не уверен еще, но может быть, наверное. Текс. Я, кстати, немножко забыл. У меня же второго места не было у обычных смертников. Мы идем вот так, вот так. А наоборот. У меня антикварки там не было, лол. Вот так-с. Ну и вот так-с. Во, пожалуй, такая пати у меня сейчас пойдет. Смертники в руины. Так-с, подожди. Давай попробуем эту двиглопати. Давай сделаем вот так вот и сделаем вот так вот. Так, дикарки сделаем... Мям, вот так. Оно мне не всегда будет на первой позиции явно. Антикварка нифига не может себе сделать. Ну и здесь все нормально, да. Кстати говоря, пришиватель с толстокожестью так-то... Это очень нехреновая вещь, на самом деле. Я бы даже, может быть, его бы в основу взял. А не смертником. Потому что это реально прикольно. Ну да ладно. Я. Это всего лишь шмердники. Шаг. Просто три разбойника, которые меняются между собой и все время стреляют. Да, я понимаю, я понимаю. Я представил, как это пати с тремя разбойниками будет вполне. Можно быть смертником. Я не называю смертника, в этом смысла нет. Это один данж, и они у меня тут же уходят...
Вон из города, да, блин, с новости нас первые. И сразу же бы мне такие тарррррррр перемешались. Неплохо. Уклонение, окей. А парирование на маску, значит, не работает, да? Ха-ха! Блин, это так забавно. Просто битва инвалидов, твою мать, честное слово. Один промазал, второй промазал. Один промазал, второй промазал. Один промазал, второй промазал. О, спасибо, это было удобно. Так, а можно мне походить, пожалуйста? Спасибо. А то как бы 8 скорости, тут 5 скорости ходят передо мной, странно это. Так. Плюх. Найс. Это поприкольнее было, да. Так, добьешь? Добьешь. Хорошо. Destroy them all. Тринки не одел. Да, мой косяк, согласен. Тринки не одел, да. Подожди, а зачем мне действительно это? У меня текорка должна быть на четвертой позиции. Все ок. Потому что пришиватель должен быть на третьей. Всегда пришиватель должен быть на третьей теперь. Я теперь это понимаю. Пришиватель на третьей позиции быть очень хорошо. Ты главное, когда делаешь пачку на передвижение, про себя подумай варианты, как и кто будет заменять другого персонажа, и будут ли моменты, что какой-то герой в определенный момент будет бесполезен и не сможет атаковать. Так на то оно и движло пати, чтобы любой герой в любой момент... Вот... Мям. Честно, я на это нихера не рассчитывал сейчас. Вот, нихера я на это не рассчитывал сейчас. Один раз смертники у меня эту тварь, конечно, завалили. А, у меня 25 плюс, сколько ты там урона против мистики. Плюс 25% урона против мистики, да. У меня культист очень не любит эту тварь, а эта тварь мистика, как раз. Да. Оп, ответочка, неплохо. Молодец. Так, давай вот эту тварь, хорош. У них вроде как всего по 8 хп, но падла, вот как каждый раз, когда он себя защиту поднимает, это просто пипец. Ты ему потом начинаешь наносить урон по 2 и все, гг. Хорош. Интересно, почему мне в прошлый раз ответка на маску тогда не сработала? На нах! Cannot be left unanswered. Первый раз я Шамблера встречаю просто... Тьманник! Это не Шамблер нахрен, это Тьманник. Первый раз я этого Тьманника встречаю просто так. О! Ну, да, слушай, ответка-то жесткая вообще. Жесткая ответка. Так, отлично. У меня теперь выстрел в упор как раз. То есть, освобождается... позиция для выстрела в упор. Бдынь, 15, not bad. Очень not... Блин, 1 хп, это фэр. А, стоп, ответка. Лошара. Правда, яда до хера уже, но, в принципе, он все равно лошара. Уклонись, так уклонись. Так. Ач. Оп. 18, нихера себе ответка. Эй. Мне пришиватель, чтобы пошел побыстрее. Шлеп 7, отлично. Пришиватель. Так, ты не пришиватель, блин. Моторон минус 100%, найс. Уклонение, не найс. Так, хорошо, приши его. Вау. Да, именно это и надо было пришить. Просто к пистолету я пришел второго вора. Это полезно.
Слушай, никак. В смысле никак? В смысле? Круто все, я говорю. Вот да. Фамильная свеча. Плюс 15% урона, если факел более 50, 2 скорости и 5... Блин, да это охеренная тринька. Лол. Урон скорости уклонения, если факел, ну, большой. Парирование воителя есть еще одно не такое мощное, дример. У воителя парировать ничего-то вот прям вообще не такое мощное. Слушай, мне разбойник начинает нравиться. Пам-пам-пам, конечно, но, блин, мне реально разбойник начинает нравиться. Так, мне надо одну еду использовать. Агрессия, бывает, нормально. Майкл is that amazing. Спасибо за фоллоу. Так, еще одну еду использовать. Так, теперь у меня разбойник поехал крышей. Эгоцентризм бывает. Слушай, вот только ради этой тринки уже неплохо то, что мы сходили в данж. Ну, в смысле, смертниками. Просто вот только ради этой тринки и все, зашибись сразу. Ты чё, клептоман, что ли? А, нет, компульсивность, окей. Это же клептоман, что ли? Но в чем минус? Я не прошел даже двух комнат. Если я не прошел двух комнат, то у меня не обновится неделя, соответственно. Это хреновато. Мне сейчас надо хилить как не в себя всех. И, собственно, вот. Зато музыка офигенная. В руинах лучшая теневая музыка вообще в этой игре, я считаю. Она реально в руинах просто охренительная. Так. Оп, параноик, неплохо. Так, давай, Тайкава. Хорошо. Да, осталось только оккультисту пройти проверку, действительно. И агрессия. Неплохо, агрессия это плюс урон. Плюс урон это всегда неплохо. Хм, почему ж так это, да? Вали ты в город с такой вещью. Нет, рано. Рановато. Не волнуйся, я за своими людишками слежу. Уклонение хреновато. Если будет опасно, то тогда да, тогда я в город свалю. Пока еще не опасно. Пока еще все в порядке. Такс. Пдынь. Неплохо. Так, у тебя Тайкава был, давай мы продефаем вот так вот. Плюс 20% защиты и 5 уклонения. Ну, урончик небольшой. Ну, кровотечение это неприятно, конечно. А урончик небольшой. О, парирование. Шляп. Неплохо. Так, теперь можно попасть? Можно, спасибо. Слушай, а есть смысл защиту ставить на парирование, наверное, да? Я думаю, что защита на парирование работать-то будет. Ну, по крайней мере, должна работать. Если защита работает на парирование, то это, блин, шикарная вещь-то. Мало того, что тебя не могут атаковать, на каждую атаку по тебе еще и парирование будет работать. Разрыв сердца бывает. Бдынь, то, что надо, молодец. Хорошо. Так, хорошо, лут появился. Так, дальше скаут. Блин, у меня все-таки будет два боя дальше. Нет, мне дальше нельзя идти. Мне сейчас надо проверить вот эти... Вот эти две тринки, которые я встречу, точнее две диковинки, и валить отсюда. Плюс урон, я понял, валим. Хорош, очень-очень-очень классно завалили у меня ребята Шамблера. Прям такие вообще молодцы. Ну и на самом деле бабла подняли, тут 8400, это неплохо. А уж какую триньку достали, какую триньку, мать перемать, офигеть. Ересь в крови! Фанатик нападает на группу, в составе которой ходят зараженные. Окей. Окей. Фанатя снова появился. Значит так. Ты вали нафиг.
Ты, вали нафиг. Но, в принципе, разбойником я проникся, честно говоря. Я бы не отказался от разбойника третьего левела вот в эту пати попробовать. На вторую позицию разбойник как раз пойдет, вполне себе. Так, в смертники первая позиция пойдет, у меня осталось только вторая, третья. Песика не хочу в смертники, песик в смертники бесполезен. А, антикварка нужна, конечно же. Так, здесь у меня только шарики, но шута есть. Меткость уклонения, не. Шуту надо бы урона, причем много урона. Такс. Говоришь, фанатик нападает, да? А, стоп. Кузня. Мсакас, ать, оп. Вагедоныш, ать, оп. Эрагоныш, ать, оп. Свегмановиш, ать, оп. Острый серп, перетянутая лютня, окей. Это прям как меткий глаз, плохой ворот. Острый серп, перетянутая лютня. Так, ребята, ну-ка пойдем искать фанатика. Так, куда мы пойдем искать фанатика? Ну, скорее сюда, наверное, да? У тебя 124к, куда еще смертники? Да, мне просто нравится ходить смертниками. Дело даже не столько в деньгах уже. Ну, шаг, это не добро, их не добро. Да, нормально, нормально. Шарики, кубики. Ну, подумаешь, шарики кубиками назвал. Наоборот, кубики шариками назвал. Ну и чё, ну чё вы такие? Ой, я оценил, да. Текс. Давай так, рукопашные навыки... И вот так вот на факел. Весталка. Вот этот хил. И вот этот хил. Грейвробер. Урон против фанатика. И вот этот вот урон скоростью вороты. Так, а Свегман... Так, нет, вот, 3% криты в плюс. А давай-ка я тебе криту дам. А, второе кольцо сюда нельзя, да? Давай сюда амулет Берсерка. А тебе я дам криту еще больше. Крита как минимум будет 16%. А если мы посмотрим в финале крит мод плюс 5, то это 21% уже. В принципе, должно быть норм. Грейвробер будет просто про урон. То есть вот, вот здесь вот просто урон. Прям урон. Так, погнали. Я надеюсь, что на двух ребят у меня сможет встретиться фанатик, в принципе. Значит, мы идем в фаст, да? Это у нас 8-8. Ну ладно, 8. Да не, 8 надо взять. Так, пару святой воды. 4 кровяки. Пару ключей. Чего? Ну-ка. Твою мать, и фанатик не встретился. Че ж такое-то, ёперный театр? Фанатик не хочет с ним встречаться тогда, когда я хочу с ним встречаться. Это, блин, писяль. Ой, я под мать, здесь у меня боев. Слушай, а может сразу свалим из этого данжа, а? У меня крыша не очень сильно поедет, если я сразу свалю. Правда, неделя не апнется. Не, мне надо, чтобы неделя проходила. Окей, ребят, удачи вам. Боев просто не продолбись почему-то. Вот просто не продолбись боев. Просто вот раз, два, три, четыре, пять боев сверху.
Ну, удачи вам. Здорово, эксперт. Такс, так. Отлично, такс, так. Шикарно. Так, с поместом. Triumphant pride precipitates a dizzying fall. Так, здесь, к сожалению, ящик был пуст. О, ну хотя бы в мешочке хоть что-то было. Спасибо на это. Возможно, кстати говоря, бои в комнатах будут только вот здесь вот два боя наверху. Возможно, здесь внизу боя вообще не будет. Но проверить все равно надо, к сожалению. Такс. Не, блин, факел просто так использовал, фэр. Glittering gold. Я хотел факел просто зажечь и постоянно забываю, что если ты на каком-то событии, то факел прежде всего используется туда, а не зажигается. Так, надо ли мне сюда? Надо! Вот. То есть уже не зря вниз пошел, в принципе. Неплохо. My God, is that amazing? Спасибо за фоллоу. Так, 79, пойдет еще. Здрасте. О, они снова удивлены. У тебя зимой как приятно. Так, погнали. 20, хорош. 21,5% шанс крита, да, у Свегмана теперь. Очень неплохой шанс крита. Бум откровенно. А если еще набафаться? Вообще кайф. Ху-ху-ху-ху-ху. Виста... Че? А, багряное проклятие же, точно! Я думаю, откуда у висталки такое дикое количество урона? Багряное проклятие и отсутствие свитка, который уменьшает урон на 33%. Да, неплохо, неплохо. Такс. Глюч. Отлично, полторы штуки, в принципе, неплохо. Погнали обратно. Тут шаку лишь бы нас убить. В смысле, Свегма? My God, is that amazing? Спасибо за фоллоу. Шаку нифига не лишь бы вас убить. Вы у меня шикарный пати. И, понимаешь, я вас уверен даже больше, чем обычно, потому что я вас посылаю на фанатика. То есть я уверен, что вы фанатика завалите. Фирштейн. А вот то, что вы жрать внезапно много захотели, это уже плохо, да. Это очень-очень-очень не очень. Что вы у меня за два перехода пожрали дважды. Потому что еды как бы больше нет. Ты воюешь не туда, ты должен хилять. Да, нормально он воюет. Чё-то не трогай, Вакедон. Такс. Ну чё, бой, кровотёки? Не, разбойник. О, блин, 100 лет разбойников не видел. Ууу, а здесь прооп урончика меня ещё ждёт. Decimated. Прооп урона. Такс. Свегмен, играй. Вау. Окей, это было охерительно. Это тоже было, в принципе, охерительно. И бдынь. Слушай, с этим свитком я уже даже забыл, что реально висталка может наносить очень некислый урона. Добро пожаловать на третью позицию, место, где тебя все могут убить. Блин, Свегмен нанес минимальный урон, но фэр таким быть. Блин, Имсак нанес минимальный урон, да, ёперный театр, что с вами не так-то, ребята? Я вам даже жрать дважды дал. Так, урона больше... Сюда. Отлично! Плюс 30% урона на Грейвробершу. Спасибо ей за это. Well, так, ну чё, давай, да, давай, кулаками махай, да, да, давай, да, подай, да. Комары, да, на нахер. Комары тоже мне. Комары, на нахер. Только там был 17 обычный урон, у Свегмана 17 это критовый урон. Но, в принципе, и то, ну, роляет, короче, да. Полезно. Понятно! Будут еще с моими ребятами вообще связываться. Еще укладнение так учу, блин. Эрагоныч молодец. As the fiend falls, Пурум-пурум-пурум-пурум-пурум-пурум. В последней комнате боя не будет, это уже хорошо. О, опять кровотеки, кровососы в смысле. Окейдно, так, сюда иди. 2 хп осталось, ай-яй-яй. И он сейчас отхилится. Падла.
Ну, в принципе, ничего страшного, его висталка должна добить. Так, теперь я говорю, 32 урона, 32 урона. Так, сюда 12, хорошо. Висталочка добивает, хорошо. Остался один комарик. Блин, этот жоп ходит первый. Ну ладно. О, багряное проклятие нам Сакаса, хорош! Вот это, блин, хорош, вот это очень полезно сейчас было. Осталось только на свой гнут багряное проклятие навесить, и все будет вообще зашибись. Застали врасплох. Еще бы, никто не думал, что я так далеко дойду, а я дойду. 21. Блин, урон просто дикий, вот серьезно. У Грейв Роберши сейчас урона, ну просто не продолбись. Так, кто хочет щупать? Ты хочешь щупать. Положительное воздействие, окей. Созерцательность. Ускоренное снятие стресса в лагере при медитации. Неплохо. Так, кто еще хочет пощупать? Вот, ты хочешь пощупать. А в этих книгах ни хрена не оказалось. Обидно. Где 5 комнат с боями? Даже не почувствовал. Вот, вот еще, подожди. Сейчас, может быть, почувствуешь, Согнич. А болтом получишь промеж глаз? Может быть, почувствуешь. Так, блин, четвертую позицию мне никто не может убить, хотя я могу сделать им минус меткости. Минус 14 меткости, неплохо, неплохо. Изи. И изи. У них минус меткости, а у меня 33 уклонения. Еще б не изи. И еще минус меткость, давай. Так, финал плюс 100% урона уже. Так. Блин, 1 хп, да ладно. Да, аннигилируй труп к херам. Будь мужиком, аннигилируй трупы. Эй! Мало того, что эта жопа попала на минус 28 урона, так минус 28 меткости. Еще и критоп. Ну ладно, у меня Вакедоныч крит хилом отхилил, поэтому все нормально. Тяжкое бремя. Блин, и эта жопа снова попала на минус меткость. У меня 33% ворота, у него минус 28 меткости. И он все равно попадает. Ну, что за зопа такая? Как ему не стыдно? Подвинь. Так. Позвольте мне подвинуться вперед. И эту тварь я хочу финалкой завалить. Вот я хочу его завалить финалей. Ограниченное количество использований за бой. Лол. Вот с этим я сталкиваюсь, по-моему, в первый раз. Ограниченное количество использования заклинания за бой. Использование за бой 2. Я что-то как-то этого даже не видел ни разу, честно. Ну, не обращал внимания. Окей. Так, свистуёчек нафиг не нужен. Противоед нафиг не нужен. Ну, можно свистульку вместо 250 взять, да. Так, знаете, здесь еще лутяг. Лунтяг. Хорошо, за этот данж мы что Дети, вы готовы? Вы не готовы. Да не, нормально все, дети готовы. Погнали. Здорово, Самблер. Декс. Я ничего не вижу. Ой, да забей. И в темноте нормально будет сейчас. У меня, правда, дебафы все... Ну, без темноты у меня дебафов дофига, как бы, да? Так, он дает мне плюс 7 скорости. Да, мне надо плюс 7 скорости. Спасибочки. Да, нужно ударить, на самом деле, чего бы нет. Это снова манник. Это не манник, это не просто манник, это те манник. 18, неплохо, Свегмен. То мне в следующем бою должен финалку использовать будешь обязательно. 21, неплохо. Че-то ты там кого-то вызывал? Не? Че-то я не заметил. 3 на 3, окей, еще бей.
Чё-то я не заметил, манник. Так. Давай еще вперед. Так, грейвроберши теперь нельзя идти вперед. Мне нужно сейчас финалку будет использовать. Так. Дой хорош. Блин, у нее так хп до моего финала не останется. Ё-моё, ребята. Успокойтесь, господи. Просто бешеная пати. Просто вот слов нет, насколько бешеная. Еще. Вот видите, когда он по КД вот так вот кровотечение вешает, это очень неприятно, честно говоря. То есть кровотек. В финале! Так, уклонение. Даже где-то. В принципе, нормально. Здесь на ХП уже пофигу. Самое главное, чтобы они у меня крыши не поехали. Все остальное фигня. Просто потому, что мы сейчас из данжа выходим. Это вообще самое последнее событие, которое у нас в данже есть. Поэтому на ХП пофигу вообще. Так, что он мне теперь даст, скажите мне, пожалуйста? Плюс 25% к шансу душевного подъема. Вау! Вау! Плюс 25% к шансу душевного подъема. Охренеть! Это вот его и плюс стресс. И пускай едет крыша куда угодно. В Java единицах игр реализованы дебафы с потерей хп. Например, ранили больше чем наполовину, минус меткости, скорости, силе. Ведь больно, дырка в груди, например, а персонаж или враг бегает, а горный козлик. Да нет, ток, на самом деле, в большинстве, как это сказать-то, чем у нас цива является? Ну, короче, в большинстве игр по типу цивы там такое же реализовано. Типа, если у тебя там в отряде остается 20%, отняли 20% отряда, то у тебя минус меткость и минус силой, ну, типа, минус сила, да, сама, типа, минус меткость, все такое. Если у тебя осталось 50% отряда, еще меньше, а если, типа, у тебя отняли 75% отряда, то там, по-моему, даже ход на один меньше становится. Это легкий шамблер зеленого подземелья, на которого ты напал? Да. А давайте почаще его убивать. Давай. Мне интересно, что ты скажешь, когда ты его увидишь на... У нимфомания? У Арагона нимфомания. А Свегман решил побыть наблюдателем в темноте. Да, Свегман? Че, понравилось в темноте быть? Trouble yourself not with the cost of this crusade. Its noble end affords you broad tolerance in your choice of means. Грейв Роберши на шанс отравляющего навыка. Лал. Нет, спасибо, не интересует. Декс. У меня свитки, в принципе, сюда уже не идут. Я здесь полностью. Шут третьего левела. Шут третьего левела на вторую позицию через кровотек. Он уже не через баф будет, это шут третьего левела через кровотек. Хотя не, ему надо на третью позицию тогда быть. То есть у меня Шварц на вторую позицию отправится. Шварц отправится на вторую позицию бафать, а шут третьего левела отправится, собственно, кровотечь врагов. Можно я. Тума так нельзя. Так, ребят, кто на клоуна? Будь ты сап, ты бы мог заранее забить Тума. А так нет, нельзя. Я готов. Я рад за тебя, Тума, что ты готов. Так, Синдарин на клоуна. И не. Окей, Синдарин. Клоуном будешь. Я не уверен, что ты клоуном будешь долго, но какое-то время ты им точно будешь. Такс, а еще бы мне бы, блин, пес второго уровня. Ну ладно, хрен с ним, давай в смертниках песика возьмем. На третью позицию.
forged by battle and bloodshed. У него отметка цели, в принципе, даже неплохая есть. Да, вполне. И стан дубинка у него мощный, на самом деле. Так, нахрена я собираю свитки? Кто мне скажет? Не свитки, а вот эти вот, купчи. Здесь я все полностью пропал. Здесь я все полностью пропал. Здесь я полностью пропал. Здесь нужны щиты. Здесь нужны портреты. Здесь нужны бюсты. Здесь я полностью все пропал. Здесь нужны эти щиты. Это вообще кладбище? Ага. Значит, мне эти купчи нужны исключительно для строительства. Для строительства чего? Крест, висталка, самобичеватель, сопротивление оглушению, лечащие навыки. Или антиквар, оккультист, чумной доктор, шанс отравления, шанс ослабления. Интеллектуальная диковинка уменьшает стресс на 15%. Купчих этих надо просто не продолбить. Наверное, алтарь света надо прежде всего. Потому что 10% лечащие навыки — это мощно. Это реально мощно. Чего там? Объясни, каким образом, кроме саба, можно персом стать? Просто написал, вот как Синдарин сейчас, написал вовремя, и все. Я спрашиваю, кто на того-то? Ты пишешь, я на того-то. Ты успел первый, ты стал персом. Все. Действует во всех моих играх, которые, где можно персонажей переназывать. Либо, если нет, кто на того-то, я просто говорю, то есть, либо я говорю, допустим, кто на клоуна, да? И тот, кто первый напишет, я на клоуна, тот и становится им. Или я говорю, например, тот, кто хочет попасть на клоуна, пускай напишет, там, я не знаю, чебурек. И кто первый напишет просто одно слово чебурек, без ка, без скобочек, без всего вот это, собственно, попадает. Вот. Я на любого могу. Можешь, Шексфер? Нет, ты же, блин, ты же на моих стримах часто же был. Ты же и на FTL-ке вроде как уже был. Я думал, ты давно уже знаешь это. Трапециоэдр. Ну или трапециоэдр. Свегман тоже можно, но нет. Слишком сложно. Вы не готовы к трапециоэдрам. Текс. Эгейна. Ну чё, еще раз попробовать фанатика вызвать? Фанатик. Кыс-кыс-кыс. Самобичеватель запротивили короче, не забей. Ах, еще раз в шорты пойти, только на этот раз в заповедник. Ну давай. Ребята, в смысле, у меня умудированы, причем по полной программе. Прокачиваться пока им вроде как не надо. Они у меня все еще второго левела. Да. Текс. Мы идем в шорты. Давай так, 12 еды в этот раз вам, чтобы я не нервничал. Пару лопат, можно пару пищи. 6 кровяки в этот раз. Пару ключей. Все? Все. Так, фанатик, искрыск. Да мать твою перемать! Какого рака? Как эту тварь мне вызвать на себя? У меня 3 чувака с багряным проклятием. Фанатик не хочет на меня идти. Че, слишком крутой, что ли, для этого пса? Ну блин. Я всего лишь хочу убить фанатика. Неужели он такая хитрая жопа, что он это чует? Не верю. Да блин, даже я хочу фанатика увидеть еще разок. Да это не один, да блин, ты, Свегман. Эта жопа просто не приходит. Она боится. Трусы. Как фанатик может быть трусами? Я не знаю. Но фанатик трусы. Мы же просто выйдем и зайдем в подземелье. Понимаешь, при выходе вы можете стресс получить и отрицательные вот эти вот, которые. Мне это очень сильно не нравится. Я поэтому предпочитаю не отступать. Так, ну-ка пощупай. Герой не в силах на это смотреть, бывает. Ну-ка пощупай. Ну ладно.
Мусаку сочет... Воу, я вовремя успел затормозить, спасибо. Мусаку сочет не очень сильно поперло сейчас, знаете. На навыки положительные. Ну ладно, бывает. Тут. Опять мы-то, что ж такое? Да нормально, Вакедон, что ты? Вы, я тебе больше скажу, вы у меня сейчас еще и на боссов будете ходить. У меня босса вообще не продолбится. Пэнь. У меня там ждет команда, у меня ждет Хага. Эй, кто хочет на Хагу, ребят? Кому охота в котле повариться немножечко? Вот, она, да. Среди остатков нет ничего ценного. Да, могло быть и хуже в натуре. О, бой, наконец-то. Наконец-то бой, давай, херачик, долби, убивай, добуди-добудай. Такс, сюда. Хорош. Но 21% шанс крита, да, это, блин, мощно. Это реально мощно. Здесь 11% шанс крита, но тем не менее, все равно мощно. Просто даже висталка, которая делает просто минус урон врагам, даже одна может теперь убивать. Офигенно? Да. Опа! И у меня Мусака запугался врагов. Нихера себе! Мусака, трусы! Мусака, с той стороны только что был. Тебе кто не говорил об этом? Так, ладно, давай минус меткости мы сделаем, потому что нифига. Хотя по мне все равно попадает, ну да ладно. Так, Мусака, сперда. Неплохо. Хорошая сперда получилась, честно говоря, ну да ладно. Так, с барабанной ущерба? Фу, ущерб. Оп, и минус урон свинье, хорош. Минус 25% урон, минус 23 меткости. Крота. Так, шлёп. Свегмен, а Свегмен, надо финалю. Урон 14-24. Минимальный урон 14, я его в любом случае убью. Та-дам! Хлоп-хлоп-хлоп-хлоп-хлоп Свегману, да. Обязательно хлопать Свегману. Лютик и хлоп-хлоп, это, блин, да. Так, жратва. Факел, ить! Эх, секунду, ребят. Такс. Окей, жеш, пойдем жеш направо, жеш. Угу, еще пожрать неплохо, я был готов к этому. Такс. Свегман, да. Я не знаю, Свегман, ты бухло, что ли, там в этих кучах ищешь? Я прям вот, алкоголик, блин. Вот, скаут, наконец-то, Кейна. Я вижу два боя. У меня сражение в комнате 100%, ну да, неудивительно, что у меня впереди будет еще один бой. Гнилая куча заразила героя. Ой, да забей. В натуре забил. Так, висталка получила плюс 25% урона. Ну-ка, ну-ка. Я хочу посмотреть на эту висталку. Если я ей дам вообще ходить, потому что сейчас будет шут. Не, не дам, ладно. Сейчас, подожди, сейчас вот в бой в комнате будет за сокровище, и тогда наверняка я посмотрю на эти 25% урона плюс. Triumphant pride precipitates a dizzying fall. Такс, вот, вот здесь вот можно уже на урон, в принципе, смотреть. Так, нанах. Немного не то, что я хотел, но, в принципе, неплохо. Такс. Давай так, тара-не. Минус меткость. Жопа, какая же у тебя меткость-то большая, падла. Барабан ущерба, это пофигу. Так, да, шлёп. Трипл шлёп. Давай висталка, да. Бдыньк нахер, 13 урона, ничего так. Лол. Ауч. Неприятненько. Но мне минус 25% уклонения, это логично, потому что в финале было. Здесь ничего удивительного нет. По Свегману буду сейчас попадать. Хорош. 38 крит полезно. Слов нет. Такс. Хиль Свегмана.
Свегмен. Нужен хил. Так, еще раз перда. На той позиции как-то хреновато. Уклонился! На 7 уклонения, Свегмен! Ни хрена себе там уже! Ничего так. Так, таран. Продолжаем поход, естественно. У меня здесь целый коридор еще неопознанный. И там есть что посмотреть, в принципе. Блин, шорты, такие шорты. Я даже инвентарь не забил свой. Аж обидно. Ну да ладно. ГГ, неплохо сходили. Единственный, кто у меня крышечка немножко поехал, это Мсакус. Такс, и ребята стали третьими левелами. Найс. Да, в город. My obsession caused this great foulness, and it is shameful that I must rely upon you to set it right. Такс. Да, Мсакус у нас немножко едет крышей, к сожалению. Чё у меня за оранжевое? Оранжевое... лонг оранжевый на крест. Еще один лонг на свиток висталки, еще один. Но мне здесь боссы как бы, блин, а... И на всех вот эта вот крыса. Невозможно все умереть от багряного проклятия. Хреновая крыса. Ладно, не вопрос. Так, Мсакус. А Мсакус? Я даже не знаю. Иди играй. Так, хорошо. Мсакус пока пошел играть. Так, здесь у меня... 33 здоровья, 6 скорости, если багряное проклятие истощение. Мантра воздержания. Неплохое название, неплохое. Я даже оценил. Так, в принципе, у меня смертники есть еще. Можно ими сходить. Здесь бы целую пачку смертников еще набрать. Потому что они могут быть. Они здесь классные. Ша, капни своих. Да, надо бы. Спасибо за напоминание. Шлеп. Минус 27% урона, минус 10% меткости. В купе с Вакедоном, который дает минус меткость, это получается просто охренеть, как круто. Ой, Вакедон, говорю, с Вегманом, конечно же. Минус сколько? Не вижу. А, минус 16 меткости становится, неплохо. Такс. Остался только Мсакус, но так как Мсакус сейчас бухает, я не могу его прапать. А потом я еще в кузнице прапаю, не волнуйся, я помню про кузню. Такс, значит, здесь у нас что? 15 уклонения, если факел более 75. Неплохая вещь, на самом деле. Такс. Это шорты, да? Забавная накидка на 15 уклонений. Я даже эти шорты, наверное, сейчас пройду. Так, мы идем в чащу, да? В чащу. Хотя, блин, подожди, у меня все становятся хай-левел, и у меня только смертники лоу-левел. Не, надо пока смертниками сходить, пока я могу выгнать смертников, и тогда уже заниматься исключительно данжами хай-левельными. Да, пожалуй. Сходил Делик, выбил мотор-разлома на ближку, открыл дракон Никана. Отдал за 150 платин. Чё-то ты продешевил немного, Хеги. Я бы дракон Никана за 250 отдавал. Хорошая вещь. Дракон Никана очень хорошая вещь. Ее много людей предпочитают. По-моему, даже туз ее предпочитает. Но, в принципе, хорошо, что повезло. Так. Сейчас, ребят, дай-ка я что...
ни хрена 200 уже не торт. Ну, ты знаешь, Хиги, мне говорили, что я офигел, когда я мод разлобы на гему продавал за 350. Да ничего, я их 5 штук продал. Как бы. Мне много говорили, что я охренел. Но, блин, 5 штук модов разлома на гему-то я продал по 350. Поэтому тут такое себе дело. Все зависит от того, готов ли ты ждать, пока найдется покупатель или нет. Если ты не готов, то вы не готовы. А если ты готов ждать, то вообще изи. Продается все очень. Ну, особенно тому, кому надо. Вот если чуваку реально надо, спокойно купит. Да, Шак всегда так. Я столько раз был Хеги, бывает, Свегман. На внутренний двор можно сходить. Да ну его нафиг, зачем мне на внутренний двор? В него ходить ради кровяки надо. Или ты имеешь в виду уже в эпик? Можно, в принципе, и в эпик сгонять, на самом деле. Во внутренний двор надо ходить ради кровяки. А я, честно говоря, пока ради кровяки ни хрена не хочу ходить. Честно. Вообще нет желания. Даже вот так вот. Окей, забыл с Кириллом переработать, бывает такое. Вот. Сейчас переработал, сейчас все нормально будет. Так, у меня на сражении в комнатах 100% данж, в принципе, это нормально. А, надо было косточку, блин, использовать, точнее. Фэр. Вот в этом бою, на вот таких боях надо реально косточку использовать. Оба! Not bad! 15 урона это охренеть, как круто для весталки. Особенно весталки смертника. Так, найс. Ауч. На-на. Но сейчас уже бесполезно использовать косточку, потому что здесь один враг остался всего. Хотя он и делает ай, как бы. Весьма сильный ай делает. Ай делает. Так, еще давай долби. Тупая свинья для дебилов. Умрет, естественно. Сдохнешь? Нет, еще. Вот теперь сдох. Так, хорошо. Здесь у нас. Замечательно, даже кровяка есть одна. Not bad. Опытный игрок внезапно. Ха, интересно сделать себе, короче, персонажа, вот этот вот опытный игрок, да, и когда его посылать играть. То есть он будет только сидеть в городе и только играть, допустим. Я думаю, что это должно быть весьма забавно. Некоторое мясо съедобно на вид. Неплохо, кстати говоря. Вполне себе еды достались им. Ну, даже скаут есть в темноте. Неплохо. Очень неплохо. За счет скаута в ловушку не попал. Блин, прикольненько-то. Тактик заповедника, окей. A fortune waiting to be spent. Она не хочет быть смертником и показывать свою полезность. Хм. У меня пока единичный случай, что я полностью отряд смертников перевел в боевой отряд. Вот, это было прикольно, да, они реально заслужили. Эти пока... Эти пока не очень. Такс, косточка. Плюс 50% урона, плюс 15% меткости. Вот что косточка делает. Окей. 1 на 3, там 2 хп. Придется с парными кинжалами бить. Окей. Ауч. Эх, жопники критовые. Честная мать его, перемать его. Так. Сейчас бы массовый хил еще, но я не успею походить. У меня весталка будет ходить после того, как я убью. 23 урона, в принципе, not bad. Но
Хотя, подожди, осталось два раунда, говоришь? Остался один раунд, и по идее у него будет сейчас прав. А, в этой комнате боя нет, логично. Лопата у нас с собой была. У нас аж две лопаты с собой было, что удивительно. И у меня в очередной раз дикарка испугалась. В который раз уже, я бы сказал. Ну ладно. Дикарки нынче не очень пошли. Еды из мусора, да нормально что-то. Что-то слишком хорошая пачка, может ее оставить, Шак? Нет. На самом деле пачка-то так себе, с чего ты взял, что она хорошая? Ты мне пальцем покажи, где она хорошая. Пачка-то весьма такая себе. Так, хорошо. Они не могут быть битвы. Я надеюсь, что сейчас будет последний бой в комнате, и можно будет выйти, если что. Пуки! Окей, пуки — это не страшного от слова совсем. Но лучше работать фокусом. То есть не всех кусать, но чуть-чуть урона. А именно работать фокусом по паукам. Потому что пауки одни ж-падлы. И ж-падлы весьма мощные. Хорош. Импрессив. Согласен. Хорош. Да, действительно, последний бой. Зашибись. Так, еще еда. И мы пойдем сейчас в переход обязательно. Так, еще еда. Сейчас с едой поперло в этом ране, на самом деле, прям. Ни одного отравления и так далее. Полезно. А, бой. Нормально. Блин. И опять дикарка у меня на последнее место пошла. Да, я пернодиатр твою налево 10 раз на перекатяк. Фыр, короче. Че, фокусом поработать? Да, надо. Свинью лучше сразу убивать. Пригодится это дело. А потом уже добивать человека. Эй! Уклонение, найс. Так, снова песик, снова кусь, снова кусь. А, нет, кирка первая ходит. Эй-ей. И тоже лутик, да? Во, 1200. Не мухры-хухры, а хухры-мухры. Другое дело. Their squeals fade. Their confidence is shaken. Да ладно тебе с выгоном, что ты такой прям критически настроенный. Такс. В следующем задании плюс 15 к шансу душевного подъема, говоришь. Ну что ж, ребят, но если плюс 15% к шансу душевного подъема в следующем задании, я думаю, пора. Я реально думаю, пора. Да. Я таки в натуре думаю, что пора. Текс. Давай, значит, пока я не забыл. Сакас у нас... Ать-оп. Так, ребята в городе... Ать-оп. Так, а свой усвек, ну что будет? Изящный серп, отличная лютня. Была укрепленная одежда, стала бронированная одежда. Так, свисталка второго уровня, да, крест тоже, да. Окей. Это в смертнике, если что, на будущее. Я думаю, пора. Да. Так, стоп, я еще забыл посмотреть, тринички какие-нибудь интересные появились. Сопротивление яду, бла-бла-бла. Плюс 33% лечащие навыки на самобичевателя.
Но минус шанс на кровотечение, это плохо. Это самобичеватель САП исключительный, который на лоха постоянно держится. Такс, ну чё, ползучий ужас. Кто мне пойдет туда? Вот в чем вопрос. Такс, Хеги. У Хеги медленная реакция на рукопашную ярость. Ненависть к мистике, да, Хеги, ты точно идешь. С ненавистью к мистике точно идти надо. Ненависть к людям. Такс, Антон. Антону можно сходить на самом деле, вполне себе. Такс, на третье Цумет у нас пойдет, например. Плюс 10% сопротивления смертельному удару. Полезная вещь так-то. Ну давайте Цумета пойдет у нас. Или Тавал. Не, Тавал не пойдет. У меня еще Зерка есть, в принципе, на третью позицию. О, у Зерка ненависть к мистике, надо Зерка... Хотя, подожди, а там... Блин, а там яда, наверное, много будет, на самом деле. Не яда, а кровотека. Или Зерка поставить на вторую, Цумета поставить на третью. Так, Пурамас или Лерка? У Лерки надежность, минус 10% урона стресса. Ага. Забавно, давай Лерку. Такс, хорошо. Значит, теперь чё? Сначала Хеги. Хеги, тебе надо... Плюс крита на первой позиции. И плюс уродные рукопашные навыки. Грейвроберше. Подожди. У меня была тринка на шанс душевного подъема, так ведь? Вот она, да. Плюс 25% шанс душевного подъема. Да, тогда мы сделаем немного по-другому. Нет, мы сделаем сейчас по-другому. Мы сделаем Хеги 25% шанс душевного подъема и 25% урона. Вот. Грейвробер мы сделаем... вот этот вот. Урон скорости уклонения. Плюс ско... Нет, не-не-не-не. Плюс... А, кстати, подожди, а там факел роляет? По-моему, нет. Подожди, в ДД, ребят, факел есть или нет? Здравствуй, Лера! Эй, я не готова. Готова, поверь мне, все нормально будет. Шаг, на всякий, в ДД не бывает ночных нападений, поэтому можешь не париться. Окей. Еще нет диковинок и завалов, бери много бинтов и противоядия. Лучше ВД, мне кажется. Антон сказал, что самобич в темнейшем топ. Я бы ВД оставил на третье подземелье, но так как ты его не знаешь, то тебе пофиг. Факел есть. А, факел есть, да? Тогда окей. Тогда плюс урон за счет факелов. Так, ВДшки, конечно же, шанс отравить. И ВДшки я в этот раз дам плюс скорость и уклонение. Вот. А Лерки я в этот раз дам сопротивление всему. И плюс хил, конечно же, нужен. Вот. Сопротивление всему Лерке пригодится. Здесь у меня два супер урона. У них, правда, сопротивление кровотечению тут 90% и 80%. Мало сопротивления кровотечению. Вот, но... С ВДшкой должно быть норм, в принципе. Так, ну чё, гоу! Да, да, да. Такс. Значит так... Средняя чемпионская. Три стака факелов. Я не помню, нужны ли ключи туда. Четыре лопаты. Все бинты. Все противоядия.
Еды дофига. Кровяка вроде не нужна будет. Давай 4 святых воды, но если будет очень сложный бой. Ну и давай еще вот так вот. 6 травы просто. Мы идем туда не за лутом, мы идем это дело пройти. Здорово, Смета. Здорово, Вега. Здорово, ребята. Здорово, ребята. Лопаты, ключи не нужны. Ну ладно. Ну лопаты на всякий-всякий я взял все-таки. Я вообще не помню, что в этом темнейшем подземелье. Я помню, что там кровотечения вроде как много. Вот. Ничего кроме кровотечения я в этом темнейшем не помню, честно говоря. Так, ну чё, погнали! Плюс к шансу душевного подъема, все дела там. Не забывать... Да, вот, это мистика, А, нечисть, лол! Это не мистика, это человек-нечисть. Да крестоносцам против этой херни просто идеально быть, на самом деле. Кресты здесь, по идее, рулетные должны быть. Правда, у меня скорости мало. Так, хил. Отличный хил, блин. Очень вовремя, главное. Хорош. Ну вот, Лер, как говоришь, не готово. 19 дамаги просто. У меня минус 4 скорости в первый раунд. Вот что плохо. Foolish horrors brought low and driven into the mud. Оп, здрасте. А вот это уже животная мистика. Ага. Да, кстати, эта падла как раз и наносит кровотечение до хрена. Точно. Смертельная печь. Минус сопротивление кровотечения. Ок. О, еще один крит от Лерки. Не готова она, конечно. Ты готова. Шаг, пусти меня в могилу, Ксения. Я тебя из могилы поднял в прошлый раз. Какой нахрен пусти в могилу? У нас был квест на воскрешение, я тебя из могилы, блин, поднял. Пусти меня. Конечно, 10 раз, Лерка. Ауч. 6 на 3, кровотек. Я херею. Не, ну выглядит очень мощно. 12 на 3, кровотек. Да, я херею еще побольше. Окей. Я начинаю охеревать. С этих кровотечений. Ну да ладно. У меня, в принципе, первый все равно будет ходить Грейв Роберша. Да. Перевязались. Кровотека очень. Но мне нельзя ей никакую треньку вместо давать. То есть урон меткость, либо урон... Не, мне нужен урон, да. Мне нельзя просто... Нельзя просто так взять и давать треньку. Все выше и выше и выше. And purpose is made clear. 7-6 факел пока нормально. Так, стык! Хорош! Сразу критом, неплохо. С факелами пока все нормально, с факелами пока все будет зашибись. Так, на баф. Плюс 33% урона и 7 скорости, что весьма важно. Уклонение, отлично. Шикарно. Раскрытие судьбы. 30 стресса, нихерово. А, у меня плюс 20% урона стресс. Тогда понятно, почему так нехерово. А вот почему они абсолютно все фокусят Грейв Робершу, это другой вопрос. Последние 6 ударов пришлись на Грейв Робер. Почему они ее так фокусят? Это охренеть, какой другой вопрос. Очень странно. Наверное, все-таки мне надо Грейв Робер Тринки передать на шанс на сопротивление кровотечению свисталки. О, бревно! Молодец, Лерка. Спасибо, Лерке, за это. Натиск судьбы. Подумаешь, подвинули. Ничего страшного. Отлично. Такс. Я тут, блин, что думаю, на самом деле. Mm.
Дай-ка я колечко все-таки на урон заменю на сопротивление. Вот так вот. А то что-то Грейв Робер же прям, ну вот, не вдолбись за фокусе. Вот прям, ну, слишком. Что мертво не умрет дважды, но вот, видишь, все нормально. А не фокусит ее, потому что такая сладкая цель какого-то хрена делает на второй позиции. Да, нормально все, не волнуйся. Все хорошо. Все зазыбись, все зазыбись. Так, покушали. Окей. В принципе, подземелье-то не особо долго должно быть, но такое. We require only the strength to follow it. Я, кстати, не помню, когда мне надо в лагерь вставать, честно говоря. Я вообще не помню. О! Три мистики, три кровотека. Просто пипец. Шлеп. Хорош. У них, кстати, хп еще много, на самом деле. Вот это меня всегда смущало. То есть, ну, в натуре много хп. Во-первых, по ним работать надо точно фокусом. Во-вторых, ну, у них, блин, в натуре много хп. Хватит в меня пальцами тыкать, падла. Бдынь, 10. Нормально, кстати говоря. Неплохой урон так-то. Смертельный печь. Сопротивление, сопротивление. На-на. Да но нах. Такс. Ать. Хорош. Даже кританула того, кого надо. Просто офигенно. Блин, пальцами теперь висталку. Так, не тыкай в мою висталку пальцами. Моя висталка. Мой талон. Такс. Ну-ка, давай-ка я тебя травану. Отлично, сама сдохнет. Теперь можно похилить, в принципе, нормально. И крышу себе, вот себе ковер показать, да вспомнить, какой у меня офигенный ковер есть. Так. Я не помню, то ли здесь мне надо в лагерь вставать, то ли позже на один. Вообще не помню причем. Давай я здесь в лагерь встану. Так. Отхилились. Так, значит, мне надо что? Ой, блин, а у меня никакого пробафа-то не... А, хотя, минус урон от стресса есть так-то. Плюс 33% получаемое лечение. Давай на Грейв Робер. Здесь у меня защиты в плюс. Меткость уклонения. Не, подожди. Минус. Ну да, у меня плюс 20 урона от стресса. Давай минус 25% урона от стресса. Пригодится. Окей, да. The match is struck. A blazing star is born. Так, опять же все выше и выше и выше. In radiance may we find. Я тоже хочу смотреть на свой ковер. Смотри, Вероверсор, я тебе не мешаю вообще нифига на него смотреть. Поверь мне, даже в мыслях не было мешать. Так, мне надо вот этого жреца фокусом обрабатывать. Раскрытие судьбы. 22 стресса. Окей. Еще раскрытие судьбы на Грейв Робер. Чат не прикольно пока. Ну да ладно. 15 дамаги. Офигенно, максималка дамаги прокнула, кстати говоря. Пальцами ВДшку. Ну, ВДшке пофигу. ВДшке явно пофигу. Так. Ау! Блин, вот это было жутко неприятно сейчас. Ну да ладно. Это было прям... Да, это было очень больно. Хорош. Хорош. Тяга судьбы. Стоит на месте. Найс, все. Так. Нет, пофигу здесь. Давай так.
И себя исцелить от кровотечения и похили Грейв Роберт немного. Окей. Так, Хилл Грейв. 15 от хила, нехерово так на самом деле. Это еще и не крит был. Очень нехерово. Так, с минус труп последний, и все. Теперь это падло на втором месте. Ее легче убивать будет намного. Нана. 6, 1 хп. Найс. Так, и пирога. Так, давай по местам. Пойдем еще подальше. А, так, тихо, факел. Ля-л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 я
мне ковры не вкачивал? А, бывает реверсер. Значит, есть что-то более полезное, чем вкачивать тебе ковры. Это логично. Я, кстати, не помню, данж-то средний, я не помню его вообще реально пройти с первого раза, по-моему, да. Ну, по крайней мере, должно быть реально его пройти с первого раза. Вроде как. Я только не помню, насколько это, ну вот, долго длится, потому что... Ну, это не эпик, да, это логично. Насколько долгий этот данж, чтобы проходить его с первого раза, я вообще не помню. Ага. Ой, тотем! Ой, фу, блин! А я забыл, что здесь такая тотемка есть. Ой, фу. Так, тотем надо убивать. Я не помню почему. Честно. Я помню, что его надо убивать. Блин, надо было сопротивление... Ну, не сопротивление, а минус стресс сделать на... Гравердерша. А то что-то прям пипец. Хотя сейчас посмотрим. А, мне надо... Так, стоп. Мне надо ей срочно дать тренинку на шанс душевного подъема после этого боя. Потому что первый поедет крышу, у нас она явно причем. Так, давай массовый хил. The wounds of war can be healed, but never hidden. Так, сна! Тоже мне. Дефер, блин. Сколько у тебя? А, у тебя 9 скорости. Тогда понятно, почему. 9 скорости, это да. Хорош, Сумета, хорош. Сумета прям мотивирован. Блин, и Зерк тоже мотивирован. У меня все здесь мотивированы, на самом деле. И Хеги тоже, и Лерка весьма неплоха. На! Такс. Дай-ка срочно передадим мы Грейвроберша. Я только не знаю вместо чего. Наверное, все-таки вот так вот. Тебе пока сопротивление. Так, дальше. Сюда и пойдем. Я так понимаю, что этот данж абсолютно симметричен, насколько я помню, поэтому мне надо просто продолжать двигаться вправо. Так, здрасте. В принципе, я теперь даже не против, что они сейчас Грейвробер крышу снесут. У меня шанс душевного подъема 40 плюс 40%. Поэтому как бы, ребят, давай, давай. Вот сносить крышу сюда. Два? Хорош. Минус. Минус ведьма будет, это точно. Так, Грейвробер сюда обратно. Палец, хватит тыкать в меня пальцем, падла. 6 на 5. Больно, блин. Так, 23. Найс. Хороший урон. Так, пробав. Плюс 33% урона. Так, с фокус. Отлично. Ха, показал фокус. Так, снеси ей крышу. Фак. Ты смотри, я поставил ей шанс душевного подъема, и они теперь не сносят ей крышечку даже. Это, блин, пипец, как странно. Я не верю, что они настолько умные. Так, давай сюда. Так, 11. Ну, бывает, это ничего страшного. Можно тебя набафать даже на урон. Вот, наконец-то. Ну-ка, давай. Энергичная, отлично, энергичная Грейвроберша. Это очень хорошо.
and resilience. Так. Сейчас я ей крышечку по максимуму сниму еще чуть-чуть, и все будет зашибись. На! 19 дамаги. Так, энергичная игра в Робер. Теперь мы меняем триньки обратно. Так, тринички, триничками махнулись. Все, пойдем дальше. Так, здесь будет финальный бой или нет? Блин, я не помню. Шел очередной час игры в ДД, шаг все еще не верит в подлость компьютера. Так, давай на всякий случай. Я сделаю вот так, вот так, вот так и вот так. Я не помню, здесь ли финальный бой будет. Возможно, даже нет. Нет, здесь все-таки. Хорош. Угадал. Найс. Не о чем волноваться. Оп, самохил. Not bad. Так, главное эту мразь ползучую убить по-быстренькому, и все будет зашибись. Импрессив. Импрессив. Вообще, блин. Угу. Так. Хватит в мою грейв-робершу пальцами тыкать. Так, на. Надо с дамаги. Нормально, кстати. Вполне. Терзание, не надо меня терзать. Сопротивление кровотечению у всех. Такс, я думаю, урон или хил еще. Давай урон сначала. Хорош. Так, минус последний падло. Теперь пальцами в меня тыкать никто не будет. Он опять сказал фуфк. Окей. Такс. Тут шанс крита просто больше в разы. Давай. Хорош. Очень даже хорош. Ну, в принципе, можно эту тварь ножом резать. По чуть-чуть кровотека добавлять, нормально будет. Это что за херня? Защитный нарост. Нифига себе. Слушай, не, ну если он ни хрена не делает, тогда мне пофигу на этот защитный нарост, потому что это-то жопа шириной в 3. А вот если этот защитный нарост будет меня бить еще, это будет печаль. Печаль, педа. Так, ножом ли или ядом ли? Яд на 6 урон наносит. Нож просто наносит больше урона сам по себе, да. Поэтому, наверное, ножом. Ага! Ага! Окей, я все понял, шеф. Я все понял. Ага. Они меня еще местами. Ау. Ауч. Блин, жутко неприятно. Урона много получаю. Хотя, Spirit Lance! Ну ты тё! Ну ты тё! Ну такой шанс! Так. Охрана. Ну, это неудивительно. 33% защиты, правда? Ну, нет, неудивительно. Так. Ауч. Оп, поменялись местами опять. Неплохо, кстати говоря, поменялись. Самое оно для висталочки. Кстати, он на шамблера немного похож. Это улучшенный шамблер. Если ты заметишь, что это шамблер один в один, просто он еще и улучшен. До кучи. Но это как вот эти, да? То есть здесь чуваки были, которые обычно у меня выступали в роли... А давай-ка я сделаю снова так. Обычные чуваки, которые выступали вроде простых людей убийц, да? Но здесь они типа... Ну, мистика, да? Вот, и здесь то же самое творится. Это типа шамблер обычно, но это мистика шамблер. В этом все фигня. Опять, ой, блин, опять крита. Падла. Так, давай! Хорош. Минимальный урон, правда, к сожалению. Урон 12-22. И урон всего 12 был. Но ничего страшного. Такс. Интересно, успею я убить до того, как этот тотем... А, нет, у тотема скорость 10, не успею. Хотя кровотечение успею, наверное, навесить. О, и Ланс успел! Да ладно. Неплохо, я успел до тотема. Ой. Невыносимая дрожь. Так, значит, тотем может мне крышу сносить в итоге, да? Окей, окей. Давай его тогда просто убьем.
Ну, собственно, ребят, вот как-то так. Первый левел ДД пройден. Это очень неплохо. Хорош. Ей! Первый левел ДД пройден. Ум, конечно, темнейший моб, который ничего не делает. Не, ну блин, ну чё ты? Да, Тума, это почти он. Это улучшенный он. Шаг, там дальше можно было пройти еще, да? Окей. Бывает. Свиток на креста я получил, это в принципе круто. И так, врасплох. Мне надо Хеги опять лечить, пипец. Раненая ярость, темное искушение. Тоже надо. Хеги мне надо снова лечить. Успех в темнейшем подземелье воодушевил всех героев в городе. Стресс снят. О, да ладно. Ух ты, слушай, прикольно, ни одного стресса вообще нет в городе ни у кого. Лал, очень полезно. А это, по-моему, значит, что они уже были в темном подземелье, и они больше туда не пойдут, да? То есть ненависть к мистике смысла нет, ну, выставлять. А вот против нечисти, в принципе, можно. О, меня радует, сейчас эти баги будут, точняк. Баги с лицами и так далее. Блин, это фановая вещь. Это забавная вещь. Когда я первый раз увидел, стрёмно было. Вообще забей. Свиток на висталку еще один. Не. Не хочу, спасибо. Так, среди... Вот, видите, какие вот эти вот изображения? Блин, вообще офигенно выглядит. Я прикольно сделал, реально прикольно. Так, сюда пока у меня никто не идет. Окей. Так. Что у нас дальше пойдет? О! Плюс 25% урона против мистика. Вот теперь на Хагу, в принципе, можно сходить. Так, Мсакас, Вагедон, Эрагон, Савьегмен. И не забываем, что мы идем не только на Хагу. А что нам очень серьезно может встретиться? Плюс 25% увеличенные навыки, плюс 25% получаемое снятие стресса. Хо. Нам может встретиться фнатик, фанатик. Так, снимем все тринички, перетасуем тринички. Текс. Значится, так. Свегману рукопашные навыки и плюс урон надо бы. Да? Можно, кстати, Свегману дать на плюс урон против фанатика, но... Я не уверен, что в финалке это будет так полезно. А постоянный урон у меня Грейв Роберша наносит чаще. Поэтому, наверное, нет. Наверное, Свегману я дам вот это вот. Так, Грейв Робер. Плюс урон против фанатика, да... И плюс урон, вот, при факелах. Так, Вакедон-висталочка. Плюс хил вот этот вот. И где он еще? И плюс хил вот этот вот, наверное. То есть здесь по 25% хила получается. Плюс 50% шанс от хила. Шаг, очевые иконки в крови. Это я просто сходил в ДД. Первый уровень Darkest Dungeon прошел. И теперь такие баги будут. Иногда будут такие звуки. Иногда будут... Ну, короче, увидишь, ладно. Вы просто увидите. У нас успеха с боссами больше. Я согласен на реверсер, но ты забываешь, что у вас один человек умер, и теперь у вас Слендаринка шут. И я не уверен, что шут сейчас не прокачанный, это шут не на финал, а шут на кровотек пойдет нормально на Хагу. Шут на кровотек не так хорош на Хагу. Не в смысле кровотек плох на Хагу, нет, шут на кровотек плох на Хагу. Я к этому. Так, а здесь давай урон против кровососов. И... Что бы еще на Хагу взять? Мне надо больше урона брать.
Хрен с этими скорососами, мне надо просто больше урона, наверное, взять. Защита уклонения это не то. Плюс 4 к скорости при наличии багряного проклятия. Хм. Ну вот плюс 4 к скорости вместо плюс 5 к скорости только против кровососов. Просто так плюс 4 к скорости. И сопротивление ослаблению. В принципе, это неплохо. А есть еще 3 криты, 15 уклонений, если жажда крови. Проблема в том, что она не всегда, но, блин, если жажда крови, то это офигенно. Но, наверное, все-таки нет. Да. Наверное, все-таки нет. Так, хорошо. С этим мы разобрались. Заражение среднее. Окей. Так, вас, ребят, я всех проапал. Да, все нормально. Так, идем на хагу. Идем в среднее. Это у нас 8-8-12-8. Мы идем в чащу, это трава, это пару противоядий, это еще одна лопата и пара ключей. И 6 крови. Да. Нюка. Слушай, а фанатик не может встретиться, если я иду на босса, походу, что ли, да? Логично, что здесь у меня будет представление босса, а никак не фанатика. А если у меня нет представления фанатика, значит, мне фанатик не может встретиться. Наверное, логично. Шак, не думай, что встретится. Когда прыгает фанатик, перед боем своя картинка. Да, вот, Дример, я об этом только что подумал. Сори, не прочитал чат чуть раньше. Здоровье, геноцид. Занят был ресами. Может, Дример прав и не будет фанатиком? Может быть, вполне. Я не спорю, ребят. Вполне может быть, что Дример прав, и мне фанатика здесь не встретится. Исключительно потому, что мне не представят того, что мне встретится фанатик. Очень-очень может быть. Ну... Ха-ха-ха-ха! Лол. Дети, вы готовы? Скажите мне, пожалуйста. Дети, вы готовы? Да, капитан! Погнали! Ну вот и скажи мне, что он, блин, ни хрена не похож на то, что на ползучий ужас, который я сейчас убил. Конечно, он похож, причем пипец как сильно. Он чуть ли не один в один, просто у этого, ну, нету вот этих мистических хренотней рядышком. Так-с, вперед двигаемся. На тебе, тоже, я тоже урон могу наносить. Ну и да, у меня у ребят на самом деле очень много скорости само по себе. Оп, уклонение, уклонение, уклонение. И только кровотек, и только навесталку. Окей. Так-с, нет, давай урон наносить. Урон мне сейчас поважнее будет. Как тебе, шаляп? Уклонение, неплохо. Так-с, мне надо двигаться вперед. Блин, а у них уже по 12 хп. Неприятно. Приходится лишний ход тратить только для того, чтобы убить эту хрень. Так, ну что я тебе могу сказать? Ну тык я тебе могу сказать. Так, в финале у меня пока 40%. Сейчас я сделаю минус меткость им. И в финале сделаю плюс 90% урона на финал. Вот, так, хорошо. Теперь можно, в принципе, пробовать убивать этих щупальцов. Блин. Ходит не то щупальце, на которое я надеялся будет ходить. А, они оба два ходят с самого начала. Ну ладно, тогда пофиг. Так-с. Да, давай щупальца добьем. Не вопрос. Щупальца добить полезно. Так, здесь уже урон чисто этому шамблеру. Пока 3 на 2, 3 на 2, 6 на... Ой, фу, яд-то чё. Не, яд-то лёг только на висталку. Чё-то у меня прям висталочка в Акидоныч проседает. Так, ну чё, в финале? Урон 15-29, рано ещё для финалка. Давай ещё минус меткость. Урон в финале плюс 140%, и плюс 16 скорость. Обалдеть можно.
Так, минус. Шикарно. Урончик прокнул на минус. Ага, я снова хожу. Так. Давай вперед немного подадимся. Мне надо на второй позиции быть. И снова вис... Да блин, хватит бить мою висталку. Мать-перемать. Висталки так уже больно, пипец. Да, пожалуй. Ого! Лол. Ник, есть слово Кидон. Ладно, Вакедон готов. Я согласен. Блин, яд. Просто трижды яд прокнул, пипец. Так, теперь в финале. Сколько? 19:34. На сколько у тебя еще? На 6 раундов. Так, давай еще ножиком. Так, в финале плюс 160% урон. Окей. Вот здесь вот обычный урон уже, в принципе, прокает. Вот так вот. Шлё... Ну, почти. Ну, 84% всего лишь шанс попасть было, да. Это очень мало, конечно. Всего лишь 84 нахрен. И это падло сейчас еще вызовет. Не очень приятно, но что-то поделать, так сказать. Так, хилим Грейврока. Верно, продолжай. Так, это кровотечение. Уклонились. Неплохо. Молодцы, ребята. Так, в финале я пока не могу сделать, потому что я не на первой позиции. Вот, теперь нормально будет. Так, теперь кровотек сюда. Сопротивление кровотечению. Там всего 60% было, но тело ты. Вот это неплохо было. Спасибо. До того, как это щупальце смогло походить, я, в принципе, его убил. Полезно. Весьма. Так, вот теперь надо забить на щупальце и исключительно нанести урон Шамплеру. Такс. Ауч. Очень больно. На всех кровотечение легло. Окей, да. И вот теперь, наверное, все-таки в финале. Финаль. 25 урона. Ну, почти минималка урона прокнула. Ай-яй-яй-яй-яй. Слушай, больно. Блин, это было реально больно. Что-то как-то дети оказались не очень сильно готовы. То, что я говорил в прошлый раз, да, очень неприятно, потому что он у тебя кровотечение, отравление вешает, ну просто не продолбись количество. А тебе с этим приходится мириться, потому что выбора у тебя особого нет. С таким огромным кровотекоотравлением всяким. Сопротивление. Слава я тебе. Так, у этой твари скорость уже 17, вру, у него уже скорость 20. У этого скорость 11, но все равно эта падла первой ходит. И она фокусит мою бедную... Ауч, при смерти. Обидки, печальки, досадки. Оп! 2 хп! Ладно, давай Шамблера все-таки добивать. Достала эта падла. Так. Сюдой. Хорошо. Так, ну что ж, осталась только одна мразь, у которой уже 75% дефа. Я не знаю, я сумею сейчас отхилиться чисто так или нет. Или он мне крышу снесет. Ага. А у него же плюс урон дик идет, у него плюс 150% урона, точняк. У него урон просто забей какой сейчас. Сосредоточенный Арагон, спасибо, Арагон. Сосредоточенный такой Арагон. О, вообще. 6, крит. Эрагон, только живи, я тебя прошу. Молодец, жив, цел, драконь. Так. Хилим всех. Хорош, Вакедон. Крит хилы полезный, пипец. Отлично, еще и отхил крышечки. Not bad. Так, это что такое? Плюс 25 к шансу разведки, плюс 25 к обезвреживанию ловушек. Блин, да это офигенно на самом деле. Это реально очень прикольно. Я оценил. Я реально оценил. Это действительно офигенненько. Так, ну и собственно, давай в лагерь встанем. Покушали, ребята, все нормально. Так. Давай, значит, так. 30% шанс разведка, да. И я могу тут же Грейв Роберше дать еще 25% шанс разведки. Текс. Давай у нас не будет ночных нападений, противно это.
Я могу себе набафать, наверное, криту. Или не, лучше я тебя не буду бафать криту. Подожди. Лучше я сделаю... Все спутники снижения стресса на 20, один повышение стресса на 20. Погоди. Ать. Хорошо. Ать. Ой, не то. Ать. Вот. Текс. Так, еще. И что-нибудь дай. О, две еды на халяву. Неплохо. Можно еще даже еды поесть. Кровотек я, к сожалению, никак здесь не излечу. По три урона они еще раз получат. Но, в принципе, неплохо. The match is struck. A blazing star is born. Ну что ж. Nature herself. В принципе, нормально. Я думаю, более чем нормально. И Шамбли развалили очень удачно. И... Вот этот к шансу разведки хреновину я получил хорошую. Это все-таки вот этот платочек. Точнее, карта. Платочек. Хорошая вещь, да. А что самое главное, это шанс найти секретовки. Секретовки, которые мне очень-очень-очень сильно нужны. Потому что трапециолайдер. Трапециолайдер на дороге не валяется. Такс, давай сразу минус меткость. Не хочу, чтобы они по мне даже попадали. Потому что попадают они, честно говоря, весьма противно. И больно. И вообще. И совсем. Так, сюда. И бдынь. Хорошо. Вакедон фулл отхилит. Отлично. Осталось только остальных похилить. Оп. Не-не-не-не-не-не-не. Так. Еще. Блин, надо было ножом. Урон одинаковый, а у ножа крита все-таки побольше. Кровотек. Ну и давай Грейв Робер пока. Хорошо. На кого? Бросок черепа. Уклонение. Найс. Очень даже найс. Еще ножом. Тоже уклонение. Бывает. Но у меня минус меткость, потому что у меня амулет Берсерка. Это нормально. Так, 6. Сдохнешь. Отлично. Блин, висталка не успела походить. Висталочка не успела походить немножко, бывает. Так, кто хочет тотемку посмотреть? Кстати говоря, ребят, а на тотем можно что-нибудь плескать? Ну, типа там святая вода, трава, что-нибудь на тотем действует или нет? Нет, Лерка, не тактикал чпонькаешь ты. Что случилось с флатом? С флатом ничего не случилось. Флат просто работает, вот и все. У Флата нет времени. То есть, в то время, когда я стримлю, Флат не может заходить, и у него нет просто времени заходить. Флат, он работяга. Флат мужик настоящий причем. Вода. Все-таки святая вода, да? Окей, значит, пощупаем просто так. Ну ладно. Но нет, так нет. Ну и бе-бе-бе. О, факел плюс один. Нормально. Это пригодится. Особенно после Шамблера, потому что ты в полной темноте выходишь, и надо факела снова зажигать. Хотя можно было просто так, на самом деле, в лагерь сесть. Я тупанул, я потерял просто так 4 факела, если точнее, да? Ну, тут что поделать, десу, как говорится. Такс. Окей, ну, пока все неплохо. У меня даже, блин, Эрагон положительно крышечкой поехал, совсем приятно. Так, покушали, отлично. Нормально, плюс ХП. Вода плюс позитивный... святая вода, положительные характеристики. Спасибо, Эрнек, спасибо, Ней. Понял. Окей. Так, шлеп, хорош. Минус один грибас сразу. Гребаный грибас. Такс. Не, минус метка сразу. Такс, теперь опять на гребаный грибас. Опять критом весьма неплохо. И он умрет, самосдохнет через два хода. О, кстати говоря, у меня у Грейвробер тяга внезапно крови. Я только-только это заметил. Надо Грейвробер... Грейтхилл кого надо? Попрошу заметить. Надо Грейвробер тягу крови немножко дать.
Уклонение? Ну, вот. Яд хреноват. Ну, ладно. Так, кровища. Зачем я это сделал, я не знаю. Она бы и так сама сдохла. Да ладно. Кровища! Больше уроднищи! На! 12, ну да, средний урон 12. Неплохо, кстати. Очень неплохо. Так, сюда кровотечень. Я так чувствую, что мне Хагу чистым уроном придется убивать, да? Импрессив. Согласен. У меня какой-то бред на улице творится, не удивляйтесь, если вы слышите. Так, что там? Да, реверсор, твой юмор не очень. Я согласен. Так, есть критуля от Свегмина. Ну, обычный удар от драгона, но это нормально. Так, мне надо подвинуться вперед. И по идее меня Бакедон сейчас добьет. Да, вполне. Приятного, Лерка. Так, шлеп. Да, я обязательно... Блин, аж йокотралка, какой нахрен ключ? Фэр. Такс. Ага. Ага. Такс. Ну ладно, меня ждут два боя просто так, к сожалению. Тотем наделяет героя силой. Жаворонок. Плюс две скорости, если факел более 75. Отлично! The promise of safety. Нам Сакаса это реально то, что нужно, на самом деле. Ключ надо сохранить. Давай просто так. Wealth beyond measure. Ключик надо сохранять. Так, с Грейв Роберт. Крышечку себе немножко хилим. Это неплохо. И теперь бой ради нихрена, к сожалению. Да, ой, фу. Упрямая старуха. Так, нет, давай я старуху буду сначала тыкать. Ай-яй-яй, блин. А, нет, ну... Хочется и упрямую старуху бить, но на два, блин... Но она мне минус факел сделает. А, не, у меня факел вообще 5, тогда нормально. Ладно, хрен с ней. Оверкилл, нахрен, 29 критом. Действительно, почему бы нет. Оп, минус урончик. Минус 27% урона, охренеть. Ой-ой-ой, тем более, что сейчас разрыв цели висталки будет. Ауч. Не, не такой сильный ауч, окей. А у тебя вообще минус урон. Ха-ха-ха-ха, лох. Текс. Окей, ну. Значит, теперь надо гребаный грибас убивать. И еще гребаный грибас убивать. Хорошо. Так, можно даже вперед уже идти. Интересно, они могут цель на четвертой позиции бить или нет? Я, честно говоря, не в курсе. По идее, не могут. Да, они могут бить только первые две позиции. Окей. Блин, Эммануэлька. Я даже, честно, я не обратил внимания, кто запостил ссылку. Я просто ее открыл, увидел голод и понял, что это Эммануэль запустила. Угу. По-другому и быть не может. Будь как мужик, иди на грядки и ешь картошку сразу. Свегман, скажи мне, пожалуйста, честно только, ты когда-нибудь пробовал есть сырую картошку? Я пробовал, и ее есть можно, но такое себе удовольствие-то. Особенно с грядки, особенно не мытую, не чищенную. Но в принципе, ты не думай, это не такая глупая фраза, которую как ты думаешь. Скажем так, это не настолько глупая фраза, насколько ты думаешь. Ел, да я тоже ел, господи. Ради эксперимента в чего только не сожрешь. Не пробовал? Попробуй. Попробуй свегнуть как-нибудь сырую картошку. Ты от этого не отравишься. Тебе нет, от этого не будет плохо. Ничего. Ты просто поймешь, что вкус сырой картошки, ну, блин, как крахмала пожевать, наверное. Да, крахмала я тоже жевал, было дело.
Такс. Чё там такое? А, господи, спамер. Ну, супервьювер, он просто не очень великовозрастный, давай так говорить, да? Поэтому, ну, делаю ему на это скидку. Ему лет, правда, не очень много. Тут. Так, впереди меня ждет 3-4 боя, да? Да. Охренительно, меня просто впереди ждет 4 боя. Я бы не сказал, что мне это особо сильно радует. И я весь яд уже потратил. Фак. Противоядие, в смысле. Так. Давай вместо бинтов, наверное, сейчас. Факела мне точно понадобятся. Факела мне понадобится 100%, потому что у меня тринки в зависимости от уровня факела сейчас. Ха-ха, кровососы удивили нахрен. Просто кровососы такие смотрят, а там три чувака с багряным проклятием такие. А чуваки с багряным проклятием такие: здрасте. Рады вас убить, ребята. Ровно 17 крита. Ровно 17 кп у врага, ровно 17 крита. Красава, смотри. Так, почти минимальный урон, но тут пофигу уже. И будильник. Not bad. Ровно 7. Not bad, not bad. В замороженной малинке замороженные жуки. Не, ну а что ты хотел, если ты малину не промывала, не, ну, не просматривала и сразу заморозила? Конечно, там будут жуки. Жуки любят малину ни хрена не меньше, чем, блин, люди. Поэтому в этом ничего интересного, ничего удивительного нет. О, людишки! Людишки, людишки. Шлёп нахрен. Хорошо, что Мсако с первого ходил. Шлёп нахрен. Так, и сейчас Грейв Робер такая: я первая! Ирагона первая. Так, ну и я даже не знаю. Давай просто аккурон. Ну почти. У меня, кстати говоря, по-моему, минус меткость и минус урон против людей у Вакедона. Вакедон очень людей боится, прям. Забей в очко. Вакедон очень страшится людишек. А вот Драгон, нет, Драгон вообще пофигу кого убивать. Людишки, не людишки, все равно. Говорил. Ну ладно. Да, блин, ну, шанс попасть около 70%, но ёперный театр. Так того. Так. Мне столько кубчик нахрен не надо, мы уже... А, нет, стоп, нужны, мне их надо, наоборот, очень много. Потому что у меня там строительство требует безумное количество какого-то кубчик. Поэтому, ладно, мне, наоборот, их надо реально много. У меня, в принципе, впереди всего одна комнатка, поэтому можно теперь без факелов обойтись совершенно спокойно. Ничего так. Так, трава мне больше не нужна. Еда мне тоже не понадобится. Они не проголодаются за вот этот короткий переход. Тут негде проголодаться, грубо говоря. Наверное, я еще еду заменю. Мне нужны ресурсы, конечно. Ресов надо много. Окей, погнали. Один короткий переход, один бой. Это же слизи. Слизи. Блин, один хп. Фак. Не, надо фокусом работать. По слизи только фокусом работать. Оп, усиление. 10 меткости, 10% криты? Ё-моё, это бы херня прокнула сейчас на шута, например. Плюс 10% криты, блин, жалко на висталку. Так, еда, где же Има? Има дома у себя, так полагаю. Так, 99 хп у Хаги. У меня двигал патика, который может бить 3-4 позицию. Я думаю, с Хагой не должно возникнуть особо сильных проблем, но посмотрим. В котел. Эп, Эрагон в котел идет. Я думаю, Эрагону норм будет или не очень? Наверное, не очень. Наверное, Эрагону все-таки спасать надо. Ауч.
Так, давай сделаем вид, что мы спасаем Арагона. Отлично. Так, Арагон, держись. Отлично, мы сделали вид, что мы спасли Арагона. Арагон тоже не сильно потрепался. Упс. А вот Висталку будет жалко. Хотя, с другой стороны, Висталка это оптимальный вариант, потому что все остальные могут спокойно бегать и наносить ей урон, в отличие от Висталки. Да? Сорян, Выкидон, но ты немного поваришься у нас. Гарри, Гарри, я знаю, чтобы не погасло. Да. Шутейки, шутейки, да. Угу. Закипаешь? Да нормально, Выкидон, терпи, все окей. Минимальный урон, правда, прокнул у Мсакаса, но, в принципе, все окей. Так. Опа! Проба рагу, 10 отхил. Ни хрена себе, офигевшая тварь. Вот, 10 урона, это уже получше. Да все хорошо, Выкидон, не волнуйся. Все замечательно. Сейчас будет на следующий ход в финале, и все будет хорошо, Выкидон, не волнуйся. Хотя я ее без финале, по-моему, убью просто так. Минус 25% урона. Обидно. Да, урон 8, это да. Хотя, да, здесь кровотек, Выкидон при смерти. Держись, Выкидоныш. Выкидоныш, просто держись, ладно? Ой. Фух, мимо. Слава яйцам. Выкидон, держись. Ай-я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 й. Она сама сдохнет. Лол. Или ножом ее убить. Нет, давай в костел. В костел. В котел пока ты. Шлюпка! Текс. Значит, мне нужен чертеж, да. Тринька на меткость или тринька на защиту? Не то, не то. Хорош. Выкидон терпел сойку сколько надо прям. Нахрена я продолжаю поход выйти? Думала? Лорнин, при чем здесь думала? Скажи мне, пожалуйста. А, автоисправление, окей. У меня вроде как дриада... Не, ну она думает, конечно, иногда, но это очень странно. А, безошибочность. Урон... Плюс урон на дальнобойные навыки. Заменен очень классный навык Жаворонок на очень бесполезный навык для Мсакаса. Ок. Голодание при стресс. А вот, Жаворонок у Эрагона. Отлично. Эрагону надо Жаворонка закрепить, пожалуй. Количество припасов уменьшено на 50%. Количество припасов провизия... количество припасов уменьшено на 50%. Окей. Так. Так, 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 нет, Эрагоныч, тебе закрепляем Жаворонка. Ну и богобоязненность можно убрать. Так, хорошо, хорошо. Свегман, тебе в легкую крышу полечить в баре. Так, тринки снять на всякий-всякий. Пока я не забыл. Ну, собственно, ребят, я думаю, на этом можно сегодня закончить. 3 часа уже играем, да? Вот. Слушай, а ты не пробовал ни разу жуков, таракашек всяких, а то мне интересно, каково.